1 января 2006 года один из богатейших людей Нового Света, австралийский миллиардер Клайв Палмер, вместе с женой праздновал наступление Нового года. Он был счастлив, здоров, богат и влюблен в свою жену Сьюзен, так же, как и 22 года назад в день их свадьбы. Клайв не догадывался, что это их последний день вместе. Завтра у Сьюзен Палмер случится инфаркт. Через день она умрет, так и не встав с больничной койки. Следующие полгода ее супруг будет продолжать жить словно по инерции. Впервые в жизни Клайв поймет, что все деньги мира не в силах вернуть ему жену. И тогда в его голове зародится безумный план. Летом 2012 года все новостные агентства мира облетит сенсация. Миллиардер Клайв Палмер строит точную копию корабля «Титаник». Для того, чтобы вернуть с того света легендарный лайнер, он готов отдать все свое состояние, а если потребуется, и жизнь. Хотите жить вечно? Клонирование – это секрет вечной жизни. Как этого добиться? Я бы хотела, чтобы меня клонировали. Что такое проект 2016 и чем он грозит человечеству? Проводится большой эксперимент по созданию человеков разумных из землян. Почему именно в 2016-м многие ждут официального заявления властей о контакте с иной цивилизацией? Это будет событие, которое человечество запомнит навсегда. И почему именно в 2016-м на воду спускают «Титаник-2»? Бюджет проекта – это все деньги, которые у меня есть. Почему его делают идентичным первому, и правда ли, что пассажиры и экипаж обречены на гибель? Это будет один-единственный рейс. Что собирается искать экипаж «Титаника-2» на месте гибели «Титаника-1»? Если там кто-то живой, завязать связь. А также фата-моргана, лунная дорога и летучий голландец из уст очевидцев. У ребят тоже были большие круглые глаза. Почему они всегда появляются перед крупнейшими морскими катастрофами? Море начинает мстить. Правда, которую от нас скрывают. Состав океанской и морской воды за последние 15 лет чудовищно изменился. Это невероятно. Этого просто не может быть. И это ужасно. И сенсационная правда о том, зачем строят «Титаник-2» от его заказчика, миллиардера Клайва Палмера. Для нас главное не сам «Титаник». Что случится в 2016 году, когда на воду спустят «Титаник-2»? Какая судьба ждет человечество в самом ближайшем будущем? Уникальные материалы по делу о летучем голландце. Сенсационные исследования подводников, обнаруживших под «Титаником» разумную жизнь. Скандальный вывод, который они сделали. На дне Атлантики лежит не корабль. Невероятная гипотеза. Гипотеза из цикла «Нам и не снилось» в документальном сериале «Титаник. Секрет вечной жизни». «Титаник. Секрет вечной жизни. Океан любви. Первая серия». Клайв Палмер has found himself isolated. Клайв Палмер is a billionaire mining magnate. Клайв Палмер is a self-professed billionaire from Queensland. Это миллиардер Клайв Палмер, один из богатейших людей Нового Света. Жизнерадостному здоровяку из Австралии сегодня завидуют многие. Успешный коммерсант, контролирующий почти всю угольную промышленность континента. По версии журнала Forbes, его состояние составляет 800 миллионов долларов. По неофициальным данным, более 4 миллиардов. Летом 2008 года Палмер объявил о начале стройки века. Он воссоздаст «Титаник-2», и это будет точная копия утонувшего лайнера. Характеристики судна должны максимально соответствовать оригиналу. 270 метров в длину, 53 метра в высоту, водоизмещение 40 тысяч тонн, 840 кают и 9 палуб. Та же самая отделка. Все тот же блеск, роскошь и красота. Единственное, что начинка корабля, которая будет невидима пассажирам, она будет совершенно другой. Каждый из нас очень упорно работает. Эта работа ведется в Китае. Мы воссоздаем точную копию интерьера и дизайна первого «Титаника». Это будет полная и точная историческая реконструкция, уверяет миллиардер. Те же самые 4 паровые трубы, что и у старого «Титаника». Со скрупулезной точностью будут воссозданы каюты. Команда будет точно так же одета, и в дороге пассажирам будут подавать пищу по меню 1912 года. «Титаник-2» выйдет из того же самого порта, того же самого числа, 10 апреля. Пройдет точно по маршруту «Титаника-1» и прибудет в точку гибели легендарного лайнера 14 апреля 2016 года, час в час и минута в минуту к моменту столкновения с айсбергом.
Я думаю, пределом финансирования является только небо. Бюджет проекта — это все деньги, которые у меня есть. В мире уже нашлось около сотни богатых людей, предложивших Палмеру по $1 миллион за билет в купе первого класса. Но владелец судна всем отказал, сказав, что билеты не продаются. Пассажиры и экипаж будут набираться по отдельному, строго секретному списку. Известно только, что их снова будет 2224 человека. Как и 100 лет назад. Затея, в общем-то, интересна. И не исключено, что построят. Китайские верфи сейчас работают очень хорошо и очень эффективно. Но вопрос в другом. Что это такое, что будет из себя представлять новый «Титаник»? Действительно, вопрос, какова настоящая цель строительства «Титаника», остается без внятного ответа. Незадолго до своего закрытия скандальная британская газета «The Sun» опубликовала статью, вызвавшую настоящий переполох среди фанатов и исследователей загадки «Титаника». Журналист Ричард Мехнер со ссылкой на источник в окружении Палмера писал о многочисленных странностях, окружающих строительство «Титаника-2». Металл, из которого сейчас отливают корпус судна, имеет повышенное содержание серы. Все якобы для исторической достоверности, ведь именно такой металл был использован при строительстве первого «Титаника». И именно из-за него в холодных водах Атлантики лайнер так быстро развалился. Журналист Мехнер сделал сенсационное предположение. «Титаник-2», бюджет которого предварительно оценивают в $1 миллиард, совершит только один рейс. Только сделать один рейс и все на этом закончить. Непонятно, чем это связано. Место строительства корабля держится в строгом секрете. Известно лишь, что оно идет на китайских военных верфях. Его напрямую курирует правительство КНР. Все бизнесмены, которые предлагали многомиллионные инвестиции для участия в проекте, получили отказ. Официально заявлено, что в пути «Титаник-2» будут охранять 2 крейсера и 2 эсминца военно-морских сил Китая. Но чем вызвана такая секретность и беспрецедентные меры безопасности? Единственный инвестор и владелец «Титаника-2» миллиардер Клайв Палмер известен тем, что финансирует самые передовые, самые рискованные и запрещенные по этическим соображениям научные работы в области биотехнологий. Говорят, что именно при поддержке Клайва Палмера, одного из лидеров Национальной партии Австралии, парламент страны в 2006 году принял скандальный закон о снятии запрета на клонирование человека. Интересно, что законопроект, вызвавший шквал негатива во всем мире, был принят вскоре после смерти горячо любимой жены Палмера Сьюзан. В феврале 2012 года все газеты мира облетела сенсация. Клайв Палмер нанял ученых, клонировавших овечку Долли, и заказал им клонировать 100 динозавров, взяв дошедший до наших дней образец ДНК. Миллиардер собирался заселить монстрами один из обширных островов близ Австралии, назвав его «Динозаврятник». Меньше чем через месяц он заявил, что ЦРУ пытается помешать этим планам и разрушить его корпорацию через движение «Гринпис». Они финансируются ЦРУ, и что-то надо с этим делать. Он что, совсем сошел с ума? Мировая научная пресса записала Палмера в шуты и сумасброды, и больше его исследованиями никто всерьез не интересовался. А зря. Сейчас становится очевидно, историю с динозаврами пиарщики Палмеров бросили в прессу нарочно, чтобы спрятать в океане насмешек величайший в истории человечества научный прорыв. Это уникальные кадры из фильма о Клайве Палмере. Их снял и лично смонтировал его отец, бывший киноактер. Здесь мы видим Клайва грудным ребенком в роддоме на следующий день после его рождения. Здесь ему 10 дней, а здесь 2 месяца. В то время, когда снимались эти кадры, никто даже не мог предположить, что этот мальчик через 40 лет станет миллиардером и человеком настолько влиятельным, что ведущие политики мира будут считать за честь пожать ему руку. Клайв Палмер вообще такой человек довольно эксцентричный. Сделал состояние сначала на торговле недвижимостью. Главную женщину своей жизни, Сьюзен Уильямс, Клайв встретил на первом курсе Квинслендского института бизнеса и технологий. Это была любовь с первого взгляда. Сьюзен повезло. Она вышла замуж за самого влиятельного человека на континенте. Уже к 27 годам молодой австралиец заработал $40 миллионов, продолжал богатеть и обрастать нужными связями. Он подружился с Биллом Клинтоном, Михаилом Горбачевым и генеральным секретарем Компартии Китая Ху Цзинтао.
Покупка энергетической компании, разработка залежей угля и контракты на поставку топлива китайцам быстро сделали миллионера Палмера миллиардером. Палмер знал правильный подход и, наверное, своей такой безумным блеском в глазах сумел убедить китайцев, что он всерьез, он все правда сделает. У них действительно была счастливая семья, двое очаровательных детей и дом полная чаша. Все это рухнуло в один миг. Мистер Палмер, вам надо выбрать, как вы поступите с телом Сьюзан. Мы можем подобрать для нее тихую могилку на окраине Квинсленда. Или, например, кремировать. А вы развеете ее прах с вертолета над Золотой бухтой. Недорого, со вкусом. Я должен закопать свою жену в землю или сжечь... Ну да, она же умерла. Можно я побуду с ней наедине несколько минут? Пожалуйста. Только недолго, мой рабочий день заканчивается. Я тебя вытащу. Я пока не знаю как, но я придумаю, Сьюзан. Обязательно придумаю. Ну так что? Похороны или кремация? Я хочу, чтобы вы забальзамировали ее тело. Что? Мы таких услуг не предоставляем. Я очень богатый человек. Может, вы найдете выход? Пожалуй, мы что-нибудь придумаем. В принципе, нет ничего невозможного. Смотрите далее. Может ли наука сохранить жизнь человека после его смерти? Заморозили в жидком азоте для того, чтобы его можно было оживить в будущем. Зачем строят «Титаник II» и какую секретную информацию похоронили на дне океана вместе с «Титаником I»? Если я начну рассказывать... Меня опять возьмут за шиворот. Сенсационные свидетельства очевидцев, видевших летучий голландец в месте гибели «Титаника». А, что это такое? Смотри, сейчас оно врежется в нас! Встреча с таким кораблем всегда предвещала несчастье для морехода. И подлинная история великой любви, которая бросила вызов самой смерти. Сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. «Титаник. Секрет вечной жизни». «Океан любви». Первая серия. «Титаник. Секрет вечной жизни». «Океан любви». Первая серия. Все помнят историю любви, экранизированную режиссером Джеймсом Кэмероном в знаменитом кинохите «Титаник». Но мало кто знает, что у героев Ди Каприо и Кейт Уинслет были реальные прототипы. И их подлинная история намного удивительнее, чем ее кинематографическая версия. На самом деле выжил мужчина, а не женщина. Его звали Сэм Морли, и он сумел пережить катастрофу при самых мистических обстоятельствах. Материалы этого дела были обнародованы год назад по истечении столетнего срока секретности. Тогда никто не мог и подумать, что это правда, значит, что он утонет. Он был задуман как непотопляемый. Совершенно верно. Как призрак может утопить такой роскошный лайнер, как «Титаник»? Но скажу честно, когда я его увидел, мне стало действительно страшно. Это уникальная аудиозапись допроса пассажира второго класса Джона Хетчера. Он заявляет, что незадолго до крушения он своими глазами видел загадочный корабль-призрак. Он убежден, «Титаник» встретился с летучим голландцем. Героев фильма Кэмерона назвали Джек и Роза. Их прототипами были 39-летний ювелир Сэмюэль Морли и его 19-летняя невеста Кейт Филлипс. Молодой мужчина не был оборванцем, а девушка не была богатой наследницей, как в знаменитом фильме. Скорее наоборот. В реальности Сэм жил в Лондоне, имел ювелирную лавку, дом, жену и двоих детей. Но в один прекрасный момент увлекся собственной домработницей. 18-летний Кейт Филлипс из бедной семьи. Ситуация абсолютно жизненная. С одной стороны, у мужчины семья, обязательства, нелюбимая жена. С другой стороны, любовь, которая переворачивает его мир и заставляет менять все вокруг себя. Когда молодая домработница забеременела, Сэм принял джентльменское решение. Он оставил супруге и детям львиную долю своего состояния и покинул страну, чтобы начать в Америке новую жизнь с Кейт. Билл,
Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Сам бы я никогда не достал билеты на «Титаник». Да брось. Мы же лучшие друзья уже столько лет. К тому же, должность третьего помощника капитана дает определенные преимущества. Кейт, похоже, я ошибся с выбором профессии. Надо было становиться морским волком, а не ювелиром. Ну да. Ты бы постоянно пил ром, говорил тысячи чертей, свистал всех наверх. Ох уж эти женщины. Вот как они думают о нас, моряках, Сэм. Кстати, Билл, мы с Кейт хотели тебя спросить. Неужели парусные корабли до сих пор ходят по океанам? Парусные корабли? Нет, они остались в далеком прошлом. Но мы с Сэмом сегодня утром видели один парусник. И он был весь такой ветхий, ободранный. Посреди Атлантики? Это правда, Билл? Паруса оборванные, а на палубе никого? Все верно, ты тоже его видел? Нет. Но много слышал. Не к добру это. Надо предупредить капитана. Это уникальные материалы расследования гибели «Титаника». Они были подготовлены Следственным подкомитетом Американского Сената во главе с Уильямсом Олденом Смитом 8 мая 1912 года. Документ за номером 22RQ383 обобщает показания 6 выживших свидетелей катастрофы. Все они как один заявляют о том, что в последний день перед крушением видели старый парусный корабль справа по борту «Титаника». Драные паруса, покрытая водорослями палуба и ни души на самом судне. Судя по описанию, это был летучий голландец, корабль из древних легенд, которые считали мифическим. Чтобы не вызывать панику и скандал в прессе, допрошенных пассажиров убедили, что это был обычный корабль, а их показания не стали придавать огласке. Некоторые моряки, приходя в порт, рассказывали, что они встречали этого летучего голландца, и моряки, находящиеся на этом летучем голландце, кричали, что мы никогда не сможем пристать к берегу, но мы просим передать письма от нас нашим любимым. Согласно легенде, первым капитаном летучего голландца стал Филипп ван дер Декен. Опытный голландский моряк в 1641 году попал в сильнейший шторм во время своего возвращения из Ост-Индии. Судно получило несколько пробоин, налетев на рифы, и экипаж уже прощался с жизнью. Тогда капитан поклялся продать душу дьяволу, если тот поможет ему выйти из бури невредимым и сохранить корабль. Его желание исполнилось. Судно спаслось, но с того момента было обречено на вечные скитания по океану. В декабре 1924 года американские матросы Джеймс Кортни и Майкл Михан насмерть отравились парами бензина и нефти, когда чистили трюм своего корабля, стоящего у берегов Панамы. Во время судебного слушания другие моряки этого судна в один голос заявили, что накануне видели летучий голландец. Погибших похоронили в море, а на следующий день после отплытия команда начала утверждать, что периодически видит лица покойных матросов на поверхности воды. Настоящую сенсацию произвел находившийся на судне профессиональный фотограф. Он сделал снимок и передал его в газеты. Вот они, лица тех матросов. Капитан легендарного музея ледокола «Красин» Борис Пресняков больше 50 лет прослужил в советском и российском транспортном флоте. Ходил по всем океанам земного шара, от теплых вод Индии до покрытой льдами Арктики. Однажды, будучи капитаном сухогруза «Геофизик», он проходил через печально известный Бермудский треугольник. У ребят тоже были большие круглые глаза, когда навстречу возникает парусник с поднятыми парусами. Довольно большое парусное судно, это где-то 3 часа ночи. Туманчик такой предрассветный. Ни на какие сигналы неизвестное судно не отвечало. Ни одного огня на борту не горело. Ширина залива, где встретились корабли, всего несколько сот метров. По морским меркам недопустимо малое расстояние. С трудом разминувшись с таинственным судном, капитан Пресняков начал его преследование. На шлюпке туда подошли. Старпом поднялся на борт, доложил мне по рации. Живых нет. Докладывай, капитан, на береговое судно. В дрейфе, мертвая. Капитан первого ранга Николай Черкашин большую часть жизни провел в дальних морских походах в Атлантическом океане, Средиземном и Северном морях,
служил на Северном флоте в эскадре подводных лодок. Он уверяет, несколько раз собственными глазами видел летучего голландца, и каждый раз не к добру. Идет такой корабль в море с ислевшими парусами, к мачте прикованные мертвецы, скелеты. И встреча с таким кораблем всегда предвещала несчастье. Николай Андреевич убежден, как бы ни развивались технологии мореплавания, спутниковой навигации и связи, все равно существует реальная угроза того, что тот или иной корабль может повторить судьбу летучего голландца. Корабли могут исчезать в так называемых временных провалах, в коридорах времени, во всевозможных вот черных дырах этого времени. И никто, наверное, всерьез не изучал течение времени в районе огромных водных масс. Уж если сверхплотные вещества искривляют течение времени, влияют на его ход, то тем более должны влиять такие гигантские массы воды, как мировой океан. После смерти жены Сьюзен миллиардер Клайв Палмер совершенно утратил интерес к бизнесу. Часами он просиживал в компании ведущих генетиков мира Яна Вилмута, Кейта Кэмпбелла и Гарри Гриффина. Именно эти знаменитые шотландские ученые клонировали в 1996 году овечку Долли. И, как писала пресса, именно с момента знакомства с Палмером трое шотландских биологов резко ограничили доступ прессы к своим работам. Только австралийская газета Sunshine Coast Daily один раз опубликовала сведения о том, что, начиная с 2008 года, Палмер перечислял на исследования клонирования больше 200 миллионов долларов в год. Было запрещено заниматься работами в области клонирования человека. Эти работы проводились в некоторых странах, я просто знаю. Вот. Но клонирование само по себе несет очень много рисков не только для самого объекта, который клонируется. Они могут привести к печальным последствиям. Смотрите далее. Почему клонирование человека запрещено почти во всем мире? Получаем такие уродства, что не приведи Господь. Где хранятся секретные материалы единственного в мире дела о клонировании разумного существа? И все долго пытались увидеть этого ребенка. Эксперимент вышел из-под контроля, но он продолжится в нейтральных водах на «Титанике-2». Смотрите через несколько секунд. Вы видите кадры с митинга, прошедшего 23 сентября 2011 года. Митинга за бессмертие. Один из его организаторов, футуролог и заместитель генерального директора компании «Криорус» Денис Борисов, убежден в принципиальной возможности достижения человеком бессмертия. Для этого его необходимо подвергнуть глубокой заморозке сразу после наступления смерти. Крионика – это развивающаяся наука, это практика криосохранения людей и животных при низких температурах для последующего реанимации в будущем. То есть, когда человек умирает, его проводятся специальные операции для того, чтобы не разрушалась структура тканей головного мозга. Криогенная компания, в которой работает Денис, оказывает людям услуги по сохранению всего тела или мозга после их ухода из жизни. Денис убежден, что в обозримом будущем технология позволит возвращать людей с того света. Еще в 60-х, по-моему, годах ученые российские обнаружили такой грызун, сибирский углозуб называется. Анализ показал, что именно этот углозуб прожил уже во льдах там несколько сотен лет. Его нашли, он ожил и долгое время еще жил. И так появилась идея о том, что есть возможность то же самое сделать с умирающим человеком. Когда человек умирает, его тело или только мозг подвергают мгновенному охлаждению до температуры минус 196 градусов. Это позволяет предотвратить разрушение его клеток. Затем в тело вводится специальное вещество – криопротектор. Он служит той же цели. На последней стадии замороженный организм помещают в своего рода холодильник. В нем он может храниться годами в ожидании момента, когда будут открыты технологии, которые его воскресят. Здесь находятся клонированные тела нескольких человек, значит, в том числе моего близкого родственника, моей матери, которая скончалась в 2011 году после долгой продолжительной болезни. Это Алексей Самыкин. Он убежденный сторонник возможности воскрешения человека после его смерти. Когда у его мамы обнаружили неизлечимую болезнь, они начали бороться и искать выходы из, казалось бы, безвыходной ситуации. Она давала согласие, у меня была возможность с ней поговорить, поскольку лечение продолжалось долго, мы не знали результата. Но, к сожалению, несмотря на все старания врачей, человек после нескольких операций длительного лечения скончался. Теперь тело матери Алексея заморожено и хранится в специальной криогенной камере компании «Криорус».
Эта услуга сегодня стоит недешево. Сохранение тела целиком обойдется будущему клиенту в 36 тысяч долларов в год, а только головного мозга – в 12. Мне очень не нравится то, что люди умирают. Не потому что, причем смерти боюсь, потому что мне очень интересно, что будет в будущем. Хочется посмотреть своими глазами то, что там будет. Биофизик Игорь Артюхов также является убежденным сторонником клонирования человека. После своей смерти он завещает заморозить свой мозг, чтобы в будущем его пересадили в новое тело, и Игорь смог продолжить жить. Когда станет возможно оживление мозга, к этому времени выращивание там новых органов настоящих, оно будет уже тривиальной задачей. Ну, здесь такая достаточно плотная теплоизоляция. Ну, здесь этот криоконтейнер рассчитан примерно на 2 криопациентов. В 50 криохранилищах по всему миру спят уже около 4000 человек. Все они перед смертью верили, что однажды проснутся в новом теле. В России подобной услугой воспользовалось пока только 24 человека, и еще 100 готовы к ним присоединиться после смерти и уже подписали контракт. У нас ожидается в ближайшее время очередной, по-моему, Пермской области. Для себя я уже выбрал вариант нейросохранения. То есть, если со мной что-то случится, то компания выполнит свои обязательства по контракту, будет сохранен именно мой мозг. Ученые из криолаборатории убеждены, что ключевую роль в воскрешении человека играет сохранение его головного мозга и информации, которая в нем содержится. То есть, пересаживая мозг из одного тела в другое, по мере его изнашивания, можно фактически добиться вечной жизни. Сейчас уже выращивают и трахею, и легкие. Любой орган фактически сейчас уже можно восстановить. И можно уже вот-вот будет собрать полностью целиком человеческое тело, искусственно выращенное. Когда австралийский миллиардер Клайв Палмер принял решение забальзамировать тело своей жены, он сам того не зная сделал первые шаги, необходимые для будущего восстановления ее тела. Через несколько месяцев это сыграет ключевую роль в работах, которые начнут нанятые им ученые. Бывают минуты, когда вас охватывает беспричинное чувство тревоги. Эксперты утверждают, что это происходит не просто так. Современная наука еще не в силах дать этому объяснение, но порой, когда над человеком нависает серьезная угроза, он оказывается в состоянии почувствовать ее на уровне интуиции. К сожалению, интуиции люди доверяют нечасто. И совершенно напрасно. Это информация подсознания, которая приходит спонтанно, как правило, является правильной. За час до катастрофы круизного лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии такое необъяснимое чувство пришло и к одной из его русских пассажирок Лилии Алфимовой. Вот то, что я почувствовала, когда я стояла на этом балконе, что вот эта катастрофа, это будет... Точно такое же необъяснимое чувство приближающейся катастрофы посетило и многих пассажиров «Титаника» за 100 лет до этого. Что вы, мисс, что случилось? Я задремала и увидела, как «Титаник» идет под воду. Человеку вообще свойственно предчувствие. Довольно часто обычные люди, не обладающие никакими экстрасенсорными данными, понимают, что чего-то им в настоящий момент нужно сделать, да, или чего-то делать не надо. Именно так удалось спастись пассажирке второго класса «Титаника» Еве Харт, благодаря предчувствию своей матери. Эта уникальная аудиозапись из Лондонского государственного архива была засекречена 100 лет. На ней слышно, как Ева Харт вспоминает о предчувствии своей матери. Зрители РЕН-ТВ услышат ее первыми. Мой отец спросил маму, чего ты боишься? Такой красивый корабль, здесь нечего бояться. Я не знаю, чего я боюсь, но я ни за что не стану спать по ночам. Я буду спать днем, а вечером ждать. Вы меня не переубедите, сказала тогда моя мать. Так она и поступила. И когда произошло это ужасное столкновение, она уже сидела наготове в своем номере в верхней одежде. Благодаря этому семья Евы Харт оказалась возле спасательных шлюпок одной из первых и смогла спастись. Все члены семьи, кроме их отца, спасали только женщин и детей. Некоторые же отказывались от билетов, правильно? Кто-то не сел на «Титаник» и не ушел в рейс. И остались живы. Если крысы бегут, я последую их примеру. Морские волки говорят, убить корабельную крысу – накликать беду. Матросы верят, что грызуны еще в гавани слышат голос моря, который шепчет о судьбе корабля. Капитан дальнего плавания Борис Пресняков рассказывает невероятную историю из жизни его друга, служившего на пароходе «Умань». Второй помощник, он увидел, как с парохода по трапу потоком уходят крысы, которые всю жизнь жили на этом старом пароходе.
Доложил об этом капитану. Капитан сказал, что не выдумывай. Напрасно. Второй помощник, опытный моряк, пытался убедить молодого капитана в том, что такую примету игнорировать нельзя. В конце концов, капитан вспылил, в жесткой форме велел прекратить разговоры и идти в рейс. Тогда второй помощник собрал чемодан и покинул судно вслед за крысами. Его выбросили из партии, значит, выкинули из пароходства. Пароход ушел в рейс. Значит, через четверть суток пришла радиограмма о том, что он погиб недалеко от Гибралтара. Тогда там погибло, если мне не изменяет память, 18 членов экипажа. Моряки, которые провели большую часть своей жизни, бороздя моря и океаны, рассказывают. С годами даже самые убежденные материалисты начинают верить в то, что вода – это живой организм, способный думать, помогать и даже мстить. Океан – это мужчина, море – женщина. Океану нужно уважение, морю – любовь. Плевать за борт нельзя, ну то есть нельзя неуважительно относиться к океану. Нельзя хвалиться. Самый непотопляемый корабль в мире. Вот такого говорить нельзя. На «Титанике» так говорили, поплатились. Это городок Коф на южном побережье Ирландии. Его население составляет всего 11 тысяч человек. Но в начале 20 века его название облетело страницы газет всего мира. Ведь именно он был последним портом, в который заходил лайнер «Титаник». Это тот самый пирс, с которого пассажиры отправились на борт «Титаника». Они погрузились на два небольших судна, которые вскоре доставили их на сам лайнер, стоявший в центре бухты. Коф был последним местом, где делал остановку «Титаник». Очень многие ирландцы в те годы уезжали в Америку. Во время последней остановки лайнера в городе Коф на его борт поднялись 123 человека. Через три дня из них останутся в живых лишь 44. Сегодня фотография пассажиров установлена на фоне пирса, по которому они сделали последние шаги на суше. Это то самое здание, в котором находился управляющий офис судоходной компании White Star Line. Отсюда утром 11 апреля 1912 года 123 пассажира поднялись на борт «Титаника». Они поднялись прямо по этой лестнице за своими билетами. Это были 3 билета первого класса, 7 второго и 113 билетов третьего класса. А это опыт «Титаника». Так называется музей, посвященный легендарному лайнеру. Он также находится в городе Коф и ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. В его залах хранится несколько загадочных экспонатов, которые были подняты с места гибели корабля. Это не обломки «Титаника». Установить их назначение пока не удается никому. Мы даже не предполагаем, что это может быть. Есть и еще один факт, о котором музейные работники стараются молчать. Утром 11 апреля 1912 года один человек не поднялся на борт «Титаника», а тайно сошел с него в этом порту. 23-летний кочегар Джон Коффи сбежал с «Титаника», когда они пришли в наш порт. Он с большим трудом добился этой работы на корабле, но попросту сбежал с судна во время последней стоянки. Позже официально было объявлено, кочегар просто хотел бесплатно добраться из Лондона в Ирландию, потому и сбежал. Но местные жители рассказывают, что мистер Коффи не просто дезертировал с корабля. Он пытался предупредить пассажиров, которые вот-вот должны были подняться на борт «Титаника». Он говорил, что ему уже месяц каждую ночь снится один и тот же сон. Корабль тонет, и большинство из тех, кто поднимается на его борт, гибнут. Но все решили, это величайший корабль всех времен. Он не может утонуть. Каждый год 11 апреля церковь города Коф устраивает поминальную службу в память о пассажирах лайнера, которые не прислушались к грозным предостережениям. Смотрите далее. Загадка Клонейда, самой таинственной религиозной организации Земли. Нельзя клона Гитлера судить за то, что сделал совсем другой человек. Почему они вкладывают огромные деньги в строительство космодромов? И при чем тут единственный рейс «Титаника-2»? Это будет событие, которое человечество запомнит навсегда. И удалось ли миллиардеру Клайву Палмеру оживить свою жену? Документальный проект «Титаник. Секрет вечной жизни» сразу после рекламы. «Титаник. Секрет вечной жизни». «Океан любви». Первая серия. «Титаник. Секрет вечной жизни». «Океан любви». Первая серия. Thank you.
Здравствуйте, мистер Палмер. Добрый день, месье Варьон. Пожалуйста, зовите меня Райль. Вы знаете, зачем я пришел? Я соболезную вашей тяжелой утрате, мистер Палмер. Наше общество как раз помогает людям, которые оказались в такой же ситуации, как и вы. Сколько времени вам нужно? При достаточном уровне финансирования мы вернем вам жену не позже, чем через полтора года. Полтора года? О какой сумме идет речь? 150 миллионов долларов. Для вас это небольшие деньги. Хорошо. Еще что-нибудь? Нам нужен генетический материал объекта клонирования. Нужно, чтобы вы передали нам лобную долю головного мозга, Сьюзан. Вы с ума сошли? Вы сказали, что готовы на все. Поверьте, это необходимо. Иначе ничего не выйдет. Я подумаю над этим. По нашим сведениям, миллиардер Клайв Палмер всего один раз лично встречался с этим человеком. Клод Варьон. Руководитель самой загадочной, самой законспирированной и закрытой секты на Земле. Официальное название «Клонейт», или, как они сами себя называют, «Раэлиты». Штаб-квартира в Швейцарии, филиалы по всему миру и многомиллионные пожертвования анонимных инвесторов. Это все, что о них было известно до недавнего времени. «Раэлиты» — это уфологическая секта, которая возникла в 60-е годы. Идея его в том, что Земля должна готовиться к пришествию инопланетян, которые полностью переменят всю жизнь на этой планете. Это прозвучит невероятно, но месье Варьон, он же Раэль, убежден, что является потомком брака земной женщины и инопланетянина. Но еще невероятнее, что ему верит больше 100 тысяч человек. Именно столько последователей насчитывает эта секта по всему миру. На первый взгляд немного, но это очень богатые люди. Раэлиты верят в бессмертие путем клонирования. Каждый новый член секты составляет у нотариуса официальное завещание. После смерти у него должны вырезать, а затем заморозить так называемый третий глаз – лобную долю головного мозга. Этой части мозга якобы достаточно для того, чтобы впоследствии полностью восстановить человека и его личность путем клонирования. Звучит фантастически, но, как ни странно, многие эксперты подтверждают – доля истины в этом есть. Вот эти структуры промежуточного мозга на то, что мы называем третий глаз, да, вот эта вот структура, именно связанная с эмоционально-гормональной, с лимбической системой. Раэлиты утверждают, что эту технологию им передали представители внеземной цивилизации, космические кураторы человечества. Они вернутся в апреле 2016 года. Раэлиты борются за то, чтобы к этому моменту по всей Земле было разрешено клонирование человека. По этическим соображениям этого делать нельзя, даже если бы это было возможно, потому что человек обладает особым достоинством, и, конечно, он должен иметь право иметь родителей и на полноценное происхождение. Это покажется странным, но ученые, которые клонировали овечку Долли сегодня, являются самыми яростными противниками идеи клонирования человека. Они подчеркивают, прежде чем на свет появилась знаменитая овечка, они поставили почти 300 неудачных опытов. Животные рождались со страшными уродствами. У самой Долли проявились болезни, не свойственные овцам. Она состарилась и умерла за считанные месяцы жизни. Именно по соображениям гуманности большинство стран мира запретило вести работы по клонированию человека. И не приведи Господи, чтобы вот эти работы, особенно в отношении, конечно, человека, были продолжены. Мы нарушаем работу целого генома, работа которого складывалась в течение эволюции. И результаты непредсказуемы. Но раэлиты утверждают, что вопреки всем законам, одного человека они уже клонировали и успешно. Поскольку почти во всем мире это запрещено, материалы величайшего научного достижения засекречены, а его объект, молодая женщина, скрывается на территории Австралии, единственной страны, где нет запрета на клонирование человека. На родине миллиардера Клайва Палмера. Смотрите далее. Впервые на телевидении эксклюзивное интервью главы российского филиала «Раэлитов». Клонирование – это секрет вечной жизни. Зачем им нужен «Титаник-2»? Смотрите на канале РЕН-ТВ сразу после рекламы. «Титаник. Секрет вечной жизни. Океан любви. Первая серия».
«Титаник. Секрет вечной жизни. Океан любви. Первая серия». В июне 1911 года газета «Belfast Morning News» написала следующее. Трудно понять, почему владельцы и строители корабля нарекли его «Титаником». Ведь титаны были мифическими существами, возомнившими, что они стали равными по своей силе богам. Тогда Зевс низвергнул дерзких титанов в мрачную бездну и тьму, из которой они уже никогда не найдут выход. Имя «Титаник», оно в какой-то мере отражало тщеславие своих владельцев. Естественно, имена лайнерам давали не моряки, а давали владельцы этих судов. Как с капитаном Врунгелем. «Назовите бедой, так и поплывешь на беде». «Титаник», да, он оправдал свое название. Это покажется удивительным, но и в дальнейшем корабли с таким названием словно будет преследовать злой рок. В 1939 году в том же районе Атлантики, где затонул «Титаник», ночью плыл другой корабль «Титаниан». Внезапно возникшее чувство тревоги заставило рулевого отдать команду «Стоп-машина». Когда гул двигателей прекратился, старшие офицеры корабля стали выражать недовольство задержкой. И в этот момент из темноты внезапно вынырнул огромный айсберг и нанес по корпусу сильный, но уже не смертельный удар. В названиях вообще очень большая мистика есть. Корабль – это такой усилитель. Тут должны быть какие-то нейтральные имена. Весной 2010-го в Карибском море получила пробоину прогулочная яхта «Титаник». Радиоаппаратура вышла из строя, и небольшому экипажу удалось спастись только благодаря спутниковому телефону, который был на борту. Спасатель Алекс Эванс заявил журналистам газеты «Гардиан»: «Называть судно «Титаником» весьма опасно. Я бы точно так никогда не сделал». Вы видите уникальное видео. Кажется, что корабль летит по воздуху в 20 метрах над водой. На самом деле он идет по волнам, как положено. А иллюзия возникает, потому что в этом месте над водой образовалось несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности и температуры. В результате мы вблизи видим зеркальное отражение объекта, который на самом деле может находиться за сотни километров от нас. Эта природная аномалия называется «Фата-Моргана». Среди моряков считается, что увидеть это явление не к добру. Мы видели берег Ладожского озера, западный берег, который находился где-то чуть ли не в 200 километрах. Но его никак видеть нельзя было, мы очень четко видели. Британский исследователь Тим Мелтин считает, что именно это природное явление привело к гибели «Титаника». Он опросил выживших в катастрофе, изучил метеосводку дня трагедии и пришел к выводу, что во всем виновата «Фата-Моргана». Роковой айсберг матросы «Титаника» заметили слишком поздно, потому что его действительно не было видно. По мнению Мелтона, из-за тепловой инверсии воздуха получился своеобразный антимираж. Особенно в утренние и вечерние часы возникает рефракция. Все предметы, которые вы видите на горизонте, они перевернуты и приподняты над горизонтом на какую-то высоту. Спустя 90 лет после гибели корабля сторонники этой версии смогли отыскать тот самый айсберг, который отправил «Титаник» на дно. Его фотографии долгие годы находились в частной коллекции и нигде никогда не публиковались. Зрители канала РЕН-ТВ увидят их первыми. Эти фото были сделаны на следующий день после трагедии главным управляющим лайнера «Принц Адальберг» в нескольких милях южнее места, где пошел ко дну «Титаник». Его пассажиры и экипаж тогда еще не знали о произошедшей катастрофе, но их внимание привлек длинный след красной краски вдоль основания ледяной горы. Это указывало на то, что совсем недавно она столкнулась с каким-то кораблем. Объект, с которым столкнулся «Титаник», искусственного происхождения. Уже через день после трагедии первые полосы английских газет сообщали, что сбылось очередное пророчество Нострадамуса. В европейском и американском обществах начала 20 века были очень популярны спиритизм и астрология. Поэтому воплощение очередного пророчества Нострадамуса произвело эффект разорвавшейся бомбы. Могучий сын Геи, сильнейший из прочих великих, отправился в славный поход. Нерадивые юнцы не сообщат важные вести. 1500 людей обречены на безвинную смерть во тьме. Не время для морских прогулок перед кровавой войной. То, насколько точно оказалось пророчество, шокировало западных читателей. Могучий сын Геи – это «Титаник». По легендам, древние титаны были рождены богами Ураном и Геей. Нерадивые юнцы – это двое матросов, которые не смогли вовремя предупредить об айсберге. 1500 людей погибли, как и сказано в пророчестве, а кровавой войной стала Первая мировая. Для
того, чтобы пассажирам первого класса не мешали спасаться пассажиры третьего, их попросту заперли на нижних палубах корабля. Если вы мужчина из первого класса, вас вполне могли и посадить в лодку, несмотря на приказ спасать женщин и детей. Однако, если вы бедняк из третьего, у вас практически не было шансов на спасение. Людей разделили на состоятельный класс, которому в первую очередь оказывали помощь, да, и на простолюдинов, которые были в глубине трюмов, заперы. Одной из многочисленных жертв той ночи стал Самуэль Морли, прототип героя Леонардо Ди Каприо из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. Ему удалось посадить свою невесту Кейт Филлипс в шлюпку номер 4. Хотя в ней сидело несколько джентльменов из первого класса, да еще и с чемоданами, самого Сэма в шлюпку пускать отказались, сославшись на приказ капитана. 100 пассажиров первого класса имели такую же площадь в своем распоряжении, считая площадь кают, площадь салонов, площадь концертных залов, площадь ресторанов, сколько, допустим, 1000 пассажиров третьих. Даже после ужаса пережитой ночи некоторые миллионеры все равно проявляли недовольство. Они говорили, что не желают сидеть рядом с простыми людьми из второго класса. Даже смерть не стерла различия между богачами и бедняками. Тела пассажиров первого класса сразу помещали в гробы второго и третьего, в парусиновые мешки, а тела членов экипажа просто укладывали на лед и накрывали брезентом. Один из пассажиров, Уильям О'Коннор, со смехом отреагировал на замечание, что женщин из третьего класса надо пропустить. Преимущество отдается мужчинам, которые честно платят за первый класс. Подобная логика близка и австралийскому миллиардеру Клайву Палмеру, который сегодня строит копию «Титаника». Мы решили передать оригинальную обстановку на «Титанике», сохранив разделение на первый, второй и третий класс. Я считаю это очень важно. Так что, если вы забронируете место в третьем классе, у вас будет возможность делить. Каждый вечер сидеть с ирландцами за бокалом виски. Хотя во всем мире уже давно отменено унизительное деление на пассажиров первого, второго и третьего класса, на своем лайнере Палмер собирается его восстановить. Смотрите в следующей серии, какая судьба ждет пассажиров «Титаника-2». Прольется единственный раз на точной копии «Титаника». Что скрывают смертоносные воды океана? Присутствие ощущается, что кто-то есть. Вся правда о гибели Коста Конкордии из уст пассажиров. Потом сильный какой-то удар, люди все в шоке. И эксклюзивное интервью с главным рейлитом России. Я просто счастлив и рад быть релейн. И сенсационные факты о «Титанике-2» от его заказчика, миллиардера Клайва Палмера. «Титаник-2» — это уже другое имя и другая история. Смотрите во второй серии документального сериала «Титаник. Секрет вечной жизни. Круиз на тот свет». Декабрь 2002 года. Внимание всех ведущих телеканалов и газет мира приковано к сенсационному сообщению. Сотрудникам биотехнологической компании Clone8 удалось клонировать человеческого ребенка. Девочку, созданную искусственным путем, назвали Евой. Глава компании Бриджит Буасилье заявила, что их достижение открывает новую эру в медицине и биологии. Теперь тысячи бездетных семей, не способных зачать ребенка, наконец получат эту возможность. Нет достоверных сообщений об этом, но, в общем-то, никто из биологов не сомневается, что эта задача технически вполне решаемая. Весь мир с нетерпением ждал, когда же обществу предъявят первого клона. Была даже объявлена дата, когда это произойдет, но неожиданно нашлись противники. Американский адвокат из Флориды Бернард Зигель подал на организацию в суд с требованием посадить в тюрьму всех, кто был причастен к эксперименту. Ведь подобные опыты в Америке запрещены законом. Но еще большую сенсацию произвело заявление Гарри Гриффина, знаменитого ученого, который клонировал овечку Долли. Он объявил, что компания, которая якобы создала ребенка, является филиалом тоталитарной секты рейлитов, а их эксперименты с клонированием людей несут угрозу для всего человечества. Даже тот человек, который создал, собственно говоря, овечку Долли, ушел из этого бизнеса, он ушел из этой части науки. Смотрите во второй серии документального проекта «Титаник. Секрет вечной жизни». Эксклюзивное интервью миллиардера, строящего «Титаник-2». Мой банк-аккаунт
Мой банковский счет. Вот бюджет проекта. Как связано строительство «Титаника-2» и клонирование человека? Пообещайте мне смерть. И люди выстраиваются в очереди. Сколько это будет стоить? Я бы хотела, чтобы меня клонировали. Эксклюзивное интервью с главным рейлитом России. Я просто счастлив и рад быть реляйн. Почему состав океанской и морской воды на Земле стремительно меняются и что скрывают ученые? Наша планета — это все-таки больше планета-океан, чем планета-Земля. Уникальные документы и сенсационные факты в документальном проекте телеканала РЕН-ТВ «Титаник. Секрет вечной жизни». «Титаник. Секрет вечной жизни». Круиз на тот свет. Вторая серия. But the world, the ideal world of the Elohim, which is coming. Мир, идеальный мир Элохимов, который к нам все ближе, очень близок к коммунизму, за исключением того, что в нем нет пролетариев, нет рабочего класса. Вся работа выполняется компьютерами, роботами и нанороботами. Но что же тогда делаете вы? Вы счастливы. Вы просто делаете то, что вам нравится. Это один из стандартных семинаров сектора элитов. Вы видите, как ее руководитель Клод Варийон рассказывает, в каком мире будут жить люди, которые станут его последователями. Он убеждает, что все, о чем он говорит, наступит сразу после того, как на Землю вернутся инопланетяне, которые нас клонировали, элохимы. Нам удалось получить эксклюзивное интервью лидера российского филиала рейлитов, самой закрытой и законспирированной религиозной группы на Земле. Еще никогда раньше они публично не отвечали на вопросы журналистов. Элохимы с древнеюрита стоят во множественном числе, означает «пришедшие с неба». Единственное число слова «элохим» – «элоха», то есть «пришедшие с неба». Они рассказали, что нет никакого бога, это ошибочный перевод. А есть слово «элохим». Дмитрий считает, что раса инопланетян предоставила человечеству возможность развиваться самостоятельно, но поддерживала контакт с людьми через их пророков. Раэлиты считают, что это инопланетяне придумали основные мировые религии и заповеди, во многом идентичные друг другу. Элохимы были вечные, а так как они открыли секрет вечной жизни, это клонирование. Но вечным людям не позволено иметь детей. Точно так же, к ограничению рождаемости призывают и раэлиты. Например, они активно проповедуют гомосексуализм, свободный секс, аборты и эвтаназию. За этим таким разнузным поведением сектантов стоит очень жесткий контроль. Это тоталитарная секта. Откуда же у них берутся деньги? По некоторым данным, все члены секты вносят в центральный офис 10% от своего ежемесячного дохода. Причем 1% от каждого взноса идет в карман провозвестника Раэля Клода Варийона. С учетом того, что во всем мире насчитывается порядка 100 тысяч раэлитов, которые в основном живут в развитых странах Запада, то каждый месяц выходит порядка 10 миллионов долларов. Казалось бы, смешная сумма, но это вклад только рядовых адептов. Пожертвования от мультимиллионеров, которые хотят продлить свою жизнь, умножают эту сумму многократно. Но даже это не все источники денег секты Клода Варийона. Существует много способов изъятия денег у населения. Один из них – пообещать им бессмертие. И люди выстраиваются в очереди, люди просят их клонировать. У раэлитов гибкий прайс-лист. На волне популярности они заявили, что первые 20 супружеских пар, которые обратятся к ним за клонированным ребенком, получат его бесплатно. Остальным придется заплатить по 50 тысяч долларов за малыша. Кажется, что все это превратилось в одну грандиозную пирамиду. Но не так все просто. Мистер Палмер, все почти готово. Наконец-то. Вы уверены, что все пройдет гладко? За последние 10 лет мы наработали значительный опыт в клонировании человека. Но умершего мы клонируем впервые. Могут обнаружиться необратимые изменения мозга, которые произошли, пока она была забальзамирована. Что тогда произойдет? 100% гарантии, что она вас узнает, мы дать не можем. Я не хочу, чтобы она снова страдала. Мистер Палмер, я могу сказать одно. Вы должны принять решение. Если вы не решитесь сейчас, то Сьюзан навсегда останется мертва. Хорошо, начинайте.
это решение очень многих проблем для человечества. Лечение болезней. И люди, которые выступают против клонирования, они, наверное, до конца не понимают, что они делают. Потому что клонирование – это секрет вечной жизни. Клонирование позволяет воссоздать живое существо, даже если оно погибло. В 2002 году газеты «Комсомольская правда» и немецкое издание «Бильд» сообщили, что член общества раэлитов и одновременно исполнительный директор компании «Клон-Эйд» Бриджит Буасилье заявила о планах клонировать Адольфа Гитлера. Официальная цель – придание его трибуналу за преступление против человечества. Была даже определена биологическая мама, которой предстоит выносить нового фюрера. Ею согласилась стать Марина Буасилье, 22-летняя дочь руководительницы проекта. Есть отдельно от рейлинского движения компания «Клонейд», то есть помощь клонированию. Этой компании заведует Бриджит Буасилье, одна из наших членов. Для того, чтобы клонировать фюрера, нужно иметь клеточный материал. А он есть только в России. В Московском государственном архиве находится нижняя челюсть и часть черепа Гитлера с пулевым отверстием. Раэлиты считают, что ДНК, которые в них заключены, также хранят и память немецкого фюрера. Они постоянно привлекают к себе внимание разными скандальными заявлениями. Скандальная правда о том, зачем на самом деле раэлиты хотели клонировать Гитлера, станет известно лишь спустя 10 лет и приведет к одномоментному уходу из секты 20 тысяч человек. Во все времена спуск судна на воду сопровождался множеством необычных традиций, соблюдение которых должно было обеспечить кораблю удачное плавание. Так в Древней Греции корабли украшали оливковыми ветками и омывали кровью зарезанного барана. В средние века капитан не давал команду к отплытию, пока монах не произнес молитву. Считалось, что это обеспечит кораблю хорошую биографию. А в 20 веке появилась традиция разбивать о борт судна бутылку шампанского. Причем разбить ее должна была женщина. Кто должен разбивать? Мужчина или женщина? Потому что женщина – это как бы крестная мать данного корабля. Будучи чрезвычайно суеверными людьми, моряки по сей день стараются неукоснительно соблюдать эту традицию. Но мало кто знает, что когда на воду спускали «Титаник», бутылку попросту забыли разбить. Если не разбилась бутылка шампанского, а корпус корабля, на этих кораблях получались различные трагедии. Гибель людей, значит, какие-то пожары. Таких кораблей, как «Титаник», было построено 3. Внешне они были абсолютно одинаковы, и каждого из них словно преследовал злой рок. «Титаник», «Олимпик», «Британик» – гордость английского гражданского флота. Про каждого из них говорили, что он непотопляем, но реальность оказалась совсем иной. Зачем называли корабль именем «Титаника»? Ведь титаны – это люди, которые возомнили себя там, богами. Поэтому бог Зевс по древней легенде их наказал и, значит, отправил их в преисподнюю. Когда в 1912 году утонул «Титаник», общество Англии и Америки было шокировано. Проектировщики списали все на невероятное стечение обстоятельств, ведь еще никогда раньше в мирное время корабль не получал таких серьезных повреждений. Но когда затонул брат-близнец «Титаника» корабль «Британик», люди всерьез заговорили о проклятии, нависшем над кораблями из-за их дерзких имен. Говорится, как назовешь корабль, так он и поплывет. Да? Поэтому я думаю, что никакой бы здравомыслящий моряк или капитан он бы не назвал «Титаником» свое судно. Согласно легенде, титаны и гиганты настолько вознеслись в своем самомнении и гордости, что бросили вызов богам-олимпийцам. В этой битве они были все низвергнуты в пучины Тартара. «Титаник» повторил их судьбу и ушел на дно Атлантики уже в первом плавании. Его близнец, «Гигантик», оказался на дне океана тоже вскоре после спуска на воду. Причем он затонул в 3 раза быстрее, всего за 40 минут. Младший брат, брат «Титаника», «Гигантик», после гибели «Титаника» его переименовали в «Британик», в 1916 году погиб всего лишь на одной мине в Эгейском море. Вам доводилось слышать о кораблях-призраках? Брошенные командой, они годами дрейфуют по просторам океана до тех пор, пока не будут обнаружены случайным судном.
Каждый год в море отмечают корабли-призраки. На самом деле это не совсем призраки, это вполне реальные суда. Чей-нибудь экипаж высаживался на вот такое брошенное судно, и людей поражало то, что вроде бы ни пробоин, ни следов пожара, а ни одного человека нет, все исчезли. Непонятно, куда подевались. Наука до сих пор не может дать объяснение этим загадочным случаям. Одной из наиболее известных является таинственная история исчезновения людей с бригантины Марии Селеста. Моряк и писатель Брайан Хиггс больше 5 лет исследовал обстоятельства этого необъяснимого случая. В книге мемуаров он пишет, что бригантина была построена по заказу 8 канадских торговцев. Один из них при первом осмотре корабля почему-то заявил, что он еще не видел посудины уродливее этой и предложил отказаться от ее покупки. С тех пор на бригантине стали происходить необъяснимые вещи. Очень по-доброму надо относиться к кораблю. Вот если вы относитесь к кораблю с любовью, он вас будет защищать. «Аврора» защитила своих во время боя. 5 часов 40 минут бой, из 570 человек погибло 15. В первом же плавании корабль врезался в плотину. Погиб его капитан. Во время ремонта в доке начался пожар, сгорело 2 рабочих. Затем судно столкнулось с другим кораблем, и снова жертвами стали моряки. Еще через несколько лет бригантина была выброшена на рифы у берегов Шотландии. Едва не погибла, но ее вновь вернули в строй. И напрасно, ведь этот корабль словно возненавидел людей и стремился от них избавиться. Однажды ему это удалось. Последнее плавание Марии Селесты началось 5 ноября 1872 года. Судно отправилось из США в Италию, и на его борту было всего 9 человек. Спустя 4 недели его обнаружили дрейфующим в 600 милях от ближайшего берега, без людей на борту и каких-либо следов повреждений. Куда он исчез, этот экипаж, непонятно. Более того, иногда случаются эпизоды, когда нашедший корабль без экипажа, то есть совершенно пустой, груз на месте, личные вещи экипажа на месте, более того, на камбузе еще теплая каша. А где люди, непонятно. Так произошло и в этот раз. В каюте капитана остались нетронутыми шкатулка с драгоценностями и 2 пачки денег. Груз судна был в целости. Все трубки для курения, принадлежавшие матросам, остались на своих местах. Полугодовой запас продуктов и пресной воды также был не тронут. Больше того, когда пустующий корабль был обнаружен, по нему, как ни в чем не бывало, прогуливался кот одного из пассажиров. В американской печати случай получил небывалую известность. Было выдвинуто множество версий от нападения пиратов до гигантских кальмаров. Британское адмиралтейство провело обстоятельное расследование произошедшего, но ему так и не удалось ничего узнать о судьбе экипажа. Эти суда носятся по морям и океанам, неуправляемые, беспризорные, и они представляют серьезную опасность. Их так называют корабли-трампы или корабли-бродяги. И вот эти корабли, они существовали во все времена. Еще более удивительный случай произошел в середине 20 века с голландским теплоходом «Оранг Медан». В феврале 1948 года у берегов Суматры несколько торговых кораблей неожиданно приняли странный сигнал бедствия. СОС. Теплоход «Оранг Медан». Судно продолжает следовать своим курсом. Может быть, все члены нашего экипажа уже умерли. Дальше следовали бессвязные точки и тире, а в конце радиограммы ясно прозвучало: «Я умираю». Все ближайшие суда срочно помчались на сигнал бедствия. Американский исследователь морских катастроф Эммер Трейбин пишет, что раньше всех прибыли английские моряки. То, что они увидели, заставило заледенеть кровь в их жилах. Вся команда «Оранг Медан» была мертва. На лицах членов экипажа застыло выражение непередаваемого ужаса. Неожиданно в трюме теплохода вспыхнул пожар, и пришедшим на помощь морякам самим пришлось искать спасение. Через несколько минут корабль взорвался. Мощный взрыв разломил судно пополам, и «Оранг Медан» затонул.
Что произошло с кораблем? Что стало причиной смерти 27 опытных моряков? Кто послал сигнал бедствия и почему произошел взрыв? Все эти вопросы навсегда остались без ответа. Это москвичка Татьяна Тимонина. Она владеет небольшим бизнесом по продаже одежды и обуви для детей. Еще год назад она вела образ жизни, обычный для современной обитательницы мегаполиса. Но однажды ее жизнь резко изменилась. В интернете мы нашли книгу, скачали ее с сайта и прочитали. То, что мы прочитали в этой книге, было близко нам по мировоззрению, и мы начали искать выходы на других членов рейлинского движения в Москве. Мистическое учение об обретении вечной жизни, любви к себе и раскрепощении своего поведения показалось Татьяне очень привлекательным. Так она стала членом секты. Руководитель русских рейлитов Дмитрий Порублев пришел в организацию много лет назад. У него склонность к необычной интерпретации мира вокруг была с детства. До того, как я узнал о послании Лохимов, я жил обыкновенной жизнью, как и многие другие школьники. Параллельно, конечно, мне было интересно тоже, откуда мы на этой планете. Я ходил, Аум Синрикё там посещал. Секта Аум Синрикё, которую посещал Дмитрий, получила печальную известность, когда совершила теракт в японском метро в 1995 году. Зариновая атака привела к гибели 13 человек. Больше 5000 получили ранения и увечья. Сегодня Дмитрий возглавляет секту рейлитов России. Всего за год его последовательница Татьяна Тимонина стала убежденной сторонницей учения. Она признает, что их движение встречает мало понимания в нашей стране. Наша задача нести мир информацию о нашем рейлинском движении, доносить до людей эту информацию всеми возможными способами. Сегодня Татьяна верит сама и убеждает в этом других, что все растения, животные, человек и даже простейшие микробы были созданы на Земле инопланетной цивилизацией Элохимов, как в громадной лаборатории. Они прилетели однажды, чтобы создать нас, и они вернутся, чтобы забрать на свою родную планету, считает Татьяна. Я хотела бы, чтобы меня клонировали, и в принципе, как говорит Раиль, что раиляне, которые признали Элохимов своими создателями, они будут клонированы после смерти на планете Бессмертных. Смотрите далее, какое изобретение Николы Теслы перевозили на Титанике. Его работы могли быть использованы как оружие. Почему даже через 100 лет место гибели Титаника, Британика и Олимпика проклято? Эти корабли озлоблены. Что общего у секты рейлитов и нацистской Германии? Их символ – это свастика, вписанная в шестиконечную звезду. Документальный проект «Титаник. Секрет вечной жизни» сразу после рекламы. Мало кто знает, что техническим проектом лайнера «Титаник» было предусмотрено только 3 паровых котла и, соответственно, 3 трубы для отвода дыма. Однако на корабле была установлена 4-я труба, которая играла фиктивную роль. Вы видите на своих экранах схему устройства «Титаника». Обратите внимание на то, как выглядит пространство под первыми 3 паровыми трубами. А вот пространство под 4-й трубой. Хорошо видно, что эта схема отличается от первых 3. У этой полости было свое особое назначение, о котором до сих пор мало кто знает. На «Титанике» функционировало только 3 трубы, и только 3 трубы требовалось для отведения дыма от котлов. А 4-я труба была для эстетики, просто для красоты. На ней даже свистки не работали. Но если 4-я паровая труба на самом деле была фальшивой, то для чего же было использовано огромное пространство под ней? Гигантское помещение высотой в 5-этажный дом. Что могли в нем перевозить? Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, что происходило в мире в начале 20 века. Единственной целью Британии было сохранить свои британские империи любой ценой. А у Америки была единственная цель – разрушить Британскую империю любой ценой. В эти самые годы в Америке над своими изобретениями трудился легендарный человек, чья личность до сих пор покрыта завесой тайны. Многие из его открытий опередили свое время на десятилетия. Он все свои изобретения продумал в
почти что во сне. Безусловно, и по тем временам, и по нашим временам нестандартные достижения. Значит, он очень хотел обеспечить все человечество энергией. Теслу при жизни называли сумасшедшим за то, что он считал: человек способен получать огромное количество энергии из воды и из воздуха. Биографы великого ученого утверждают, поиск дешевого и неисчерпаемого источника энергии завел Теслу в область ядерной физики, науки, до него не существовавшей. Из личного дневника Николы Теслы. Придет время, когда мы сумеем создать машину, способную одним действием уничтожить одну или несколько армий. 21 октября 1908 года. Тесла связан с множеством всяких идей, в том числе метеорологическое оружие какое-то, электромагнитное оружие, которое будет влиять на погоду. Рассекреченные архивы свидетельствуют, причиной гибели «Титаника» могло стать самое страшное изобретение Николы Теслы. Вам никогда не казалось, что вода живая? Моряки, напротив, в этом уверены. Наша планета – это все-таки больше планета-океан, чем планета-Земля. Вода обладает удивительными свойствами. Самая распространенная в мире жидкость – она повсюду вокруг нас. Но одна и та же вода способна как спасти жизнь человеку, так и убить его. Все зависит от того, с какими чувствами он к ней подходит. Океан – это гигантское разумное существо, которое обладает своей памятью, своим мышлением, своим характером, нравом. Опытные моряки и водолазы уверены, если у вас плохое настроение, к воде лучше не подходить, тем более не погружаться в нее. Если вы недавно злились или с кем-то ссорились, к воде опять же лучше не приближаться. Ольга Пельша – бывшая жена знаменитого шоумена Валдиса Пельша. Она – свободный дайвер и исследователь затонувших кораблей. За ее плечами не одна тысяча погружений на большие глубины и к останкам старых лайнеров и военных крейсеров. Затонувшие корабли – они тоже живые существа. Это просто жизнь, вот жизнь после жизни. Каждый корабль имеет свою атмосферу, свою ауру. Очень заметно, если на этом корабле трагически погибло много людей, иногда эти корабли озлоблены, они не любят людей. Современная наука считает, что вода и море имеют память, которая хранится многие сотни лет. То эмоциональное воздействие, которому вода могла подвергнуться в далеком прошлом, может изменить ее структуру настолько, что мы будем способны почувствовать эти эмоции годы спустя. Ведь мы тоже на 70% состоим из воды. Все эмоции, которые испытывают люди, когда гибнет корабль, то оно ведь запечатляет все это хорошо. Потом на дне оно поддерживает этот эгрегор страха. Ольга рассказывает, что первая встреча с затонувшим кораблем всегда бывает настолько яркой, словно это не безмолвная груда ржавеющего на морском дне железа, а живое существо. Давно лежал этот военный корабль, строгий, и он уже привык к забвению. И вдруг появляются люди. И он сначала настороженно к ним относится, а потом открывается. Открывается, и он готов принимать. Исследователи «Титаника» утверждают, корабль до сих пор подает сигналы. Такое ощущение, что под ним кипит жизнь. Меня все время спрашивают, почему я строю «Титаник», а почему американцы прилетели на Луну, почему Христофор Колумб открыл Америку. Этот видеоролик распространила пресс-служба Клайва Палмера. При помощи компьютерной графики и комбинированной съемки создатели ролика показали, какой именно будет точная копия лайнера. Мы можем вернуть к жизни воспоминания стольких людей: инженеров, художников, музыкантов, проектировщиков, моряков, мужчин, женщин и детей, которые плыли на «Титанике». Мистики всего мира уже заподозрили миллиардера в том, что он собирается осуществить путешествие во времени. И именно поэтому бьется над созданием столь дорогой и столь точной исторической реконструкции. Создав подобное, то, что было в прошлом когда-то, мы притянем это прошлое в настоящее, в том числе и души людей, умерших. Какой бы интересной ни выглядела эта гипотеза, реальность, побудившая миллиардера вложить огромные деньги в «Титаник-2», еще удивительнее.
Интересно, что Клайв Палмер, по слухам, является одним из финансистов мадридского клуба, который также называют клубом бывших президентов. Его членами являются 80 экс-президентов и 56 премьер-министров. Некоторые исследователи называют эту влиятельную организацию теневым мировым правительством и альтернативой стареющему Билдербергскому клубу. Со времен существования Финикии ходят слухи о создании некоторой группы лиц, которые так или иначе контролируют мировую экономику. Эти группы действительно очень влиятельны. Совпадение или нет, но планы насчет мирового господства есть и у религиозного общества раэлитов, которых тоже поддерживает Палмер. Еще в 1977 году глава секты Клод Варийон выпустил книгу под названием «Гениократия». Это политический проект, который декларирует, что целью раэлитов является создание мирового правительства под руководством гениев. Власть может принадлежать только гениям, которые составляют 0,5% от всего населения. Избирательное право предоставляется только умным, около 15% всех людей. В удостоверениях личности должен быть указан ваш интеллектуальный уровень, чтобы любой человек всегда мог понять, не с дураком ли он имеет дело. Жизнь глупых людей продлеваться не должна. В целом напоминает идеи Гитлера и вызывает тот же вопрос. Как поделить общество на умных и глупых? Мы выступаем за вечную жизнь лишь в том случае, если это жизнь здорового, счастливого человека, потому что вечное горнило страдания, оно будет совсем некрасиво. Это уродливый вид. То есть мы против того, чтобы человек страдал вечно. Вот так завуалированно Дмитрий Порублев сообщает нашей съемочной группе, что вечная жизнь будет доступна далеко не всем, а только избранным. За подобные взгляды Клод Варийон неоднократно подвергался серьезным нападкам. Критики вспоминали нацистскую Германию с ее идеологией разделения людей на представителей арийской нации и унтерменшей, то есть недочеловеков. Нацисты пришли к выводу, что для улучшения генофонда человечества необходима принудительная стерилизация всех, по их мнению, неполноценных – евреев, цыган, коммунистов, гомосексуалистов. Затем было принято решение об их физическом уничтожении. Их символ – это свастика, вписанная в шестиконечную звезду. Это невероятно, но именно так выглядит символ, который раэлиты носят на шее как знак своей принадлежности к обществу. Нетрудно разглядеть в нем свастику. Все же с удивлением приходится констатировать, что сейчас больше заботятся об умственно отсталых или инвалидах, чем о сверходаренных людях, для которых существующая система образования – вещь не самая подходящая. Клод Варийон. Гениократия. Так зачем же на самом деле раэлиты хотели клонировать Адольфа Гитлера, получив у России его генетические образцы? Не потому ли, что искренне верили, он сможет поделиться знаниями об улучшении человеческой расы? Смотрите далее. Первая агентесса 007 на службе империи. Каким было ее тайное задание? Густо считает, что там было два взрыва. Что такое проект 2016 и чем он грозит человечеству? Он может устроить массовое самоубийство. Сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Этот гений в области физики за свою жизнь сделал больше тысячи различных открытий. Он получил сотни патентов на свои изобретения и всегда интересовался исследованиями, которые намного опередили свое время. Опубликованы были все основные патенты Тесла. Их там было больше 50. И хотя это все известно, и все схемы даны, и все рисунки даны, и все такое, никто и нигде и никогда не смог реализовать ни одной из этих схем. Потому что для того, чтобы можно было что-то сделать и отладить, надо понимать ее исходный физический принцип. Этот удивительный человек, идя по улице, мог вдруг сделать сальто. Гуляя по парку, он часто читал наизусть Фауста, Гёте, и в эти моменты его осеняли блестящие технические идеи. Уникальные вещи. Дело в том, что Тесла предсказывал и даже проводил опыты создания столь мощного магнитного поля, что оно экранировало время.
и давал возможность телепортации. Поведение ученого было более чем странным. Например, он панически боялся микробов, постоянно мыл руки и в отелях требовал до 20 полотенец в день. Если во время обеда на стол садилась муха, заставлял официанта принести новый заказ. А в отеле поселялся только в том случае, если номер его апартаментов был кратен числу 3. Друзья Николы Теслы с терпением относились к этим странностям изобретателя. Его авторитет был неоспорим. Однажды, провожая знакомых после встречи, он уговорил их не садиться в подходивший поезд, сказав, что эта поездка закончится трагически. Тем самым он действительно спас им жизнь. Поезд сошел с рельсов, и многие из пассажиров погибли или получили увечья. Тесла имел дар предвидения. Это относится как пророчество, так же к тому ясновидению, которое есть практически у тех людей, которые занимаются наукой. Когда о таланте изобретателей из Европы узнал миллиардер Джон Морган, он заключил с Теслой контракт, по которому тот получал щедрое финансирование своих работ, но взамен отдавал все патенты Моргану. Многие из них могли представлять очень большой интерес для промышленника и его могущественных покровителей из правительства США. Ну, Морган вот ему помог, он его очень сильно выручил. Ну, а так-то и приглядывал, чтобы, значит, Тесла соблюдал все-таки интересы. Никола, когда ты сможешь создать оружие, о котором рассказывал? А когда я получу уран, который ты мне обещал, Джон? Его добыча уже почти завершена. Осталось только доставить его в порт и погрузить на «Титаник». Значит, в Нью-Йорке он будет не раньше, чем через полгода. Из 4 тонн урановой руды я смогу за год создать 2 бомбы. То есть это 1914 год. А как мы доставим их в Лондон? Точно так же? На корабле? Взрыв первой бомбы должен будет уничтожить все в этом радиусе. Второй — в этом. Неужели этот уран действительно так опасен? Он не просто опасен. Всего несколько килограммов чистого урана смогут уничтожить целый город или мощную армию. Хорошо. Если наш план удастся, то сразу после уничтожения Лондона США выступят на стороне Германии против Франции и России. Это оружие обеспечит нам победу. В первом рейсе «Титаника» собирались принять участие главный финансист постройки лайнера Джон Пирпонт Морган и лорд Перри, президент судоверфи «Харланд энд Вольф», на которой строился «Титаник». Но в последний момент они передумали садиться на корабль. Не исключено, что они испугались возможной утечки информации о Грузии, который вез «Титаник», и ответных действий британской короны. Не было такого места на планете, куда бы не вторгались англичане. Английская империя вот до Первой мировой войны определяла, в общем-то, развитие и жизнь всего человечества. Могло ли правительство Британии пойти на столь крайнюю меру, как уничтожение пассажирского корабля, чтобы его загадочный груз не оказался в руках противника в будущей войне? Невероятное открытие в 1975 году сделает знаменитый океанограф Жак-Ив Кусто во время своего погружения к останкам «Британика». Он обнаружил, что куски обшивки корабля не вогнуты внутрь, как это было бы в случае попадания торпеды или подрыва на мине. Они вывернуты наружу, как если бы взрыв произошел внутри корабля. Тот же самый Кусто считает, что там было 2 взрыва. Но, опять же, мы не знаем, что там могло взорваться. Вызывает сильное удивление тот факт, что обломки корабля были найдены совсем не в том месте, на которое указывали английские власти. Словно они специально старались сбить со следа назойливых исследователей причин гибели корабля. Это Вайолет Джессоп, стюардесса океанских лайнеров пассажирской компании White Star Line. Она единственный человек, который присутствовал на всех 3 огромных лайнерах и пережил катастрофы «Титаника», «Британика» и «Олимпика». И ей каждый раз удавалось получить место в заветной шлюпке.
потрясает совпадение и синхронизация. Несколько лет назад в связи с истечением срока секретности была обнародована часть некогда секретных документов МИ-6. Это покажется невероятным, но один из документов гласит, что на самом деле Вайолет Джессоп работала на разведывательную службу Англии МИ-6. Вот этот документ. Здесь указано ее звание – лейтенант. А вот описание задания, которое она выполняла на «Титанике». Проверка неизвестного груза, размещенного в грузовом отделении океанского лайнера Ее Величества «Титаник», строительный номер 701. Обоснование задания. Непроверенные агентурные сведения о военном характере груза, маркировка неизвестного типа и подозрительное количество охраны. Эй, ты что здесь делаешь? Ой, а я заблудилась. Тебе нельзя здесь находиться, это закрытая зона корабля. Ну, там наверху раненые, и доктор послал меня за лекарствами в трюм. То есть тебя послали, чтобы ты нашла обезболивающее, а ты гуляешь? Но я раньше ничего подобного не видела. И еще я услышала какой-то шум. Какой еще шум? Мы недалеко от третьего парового котла. Это шум двигателя. Нет, там что-то тикало. Здесь? В трюме? Откуда шел звук? Вон там. Обычные ящики с продовольствием и топливом. О, черт! Да это же бомба! Надо предупредить капитана! Не надо никому докладывать, дорогой. Зря ты сюда полез. Смотрите далее. Зачем раэлиты хотят строить посольство для встречи с внеземной цивилизацией на территории России? Эта территория не должна быть под надзором военных. И удастся ли миллиардеру Клайву Палмеру вернуть свою жену с того света? Смотрите сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Это Альфия Петухова, одна из 108 российских граждан, которые путешествовали на злополучном лайнере «Коста Конкордия». Она до сих пор с ужасом вспоминает те долгие часы, в течение которых ей пришлось чувствовать себя пассажиром обреченного «Титаника». Шум стоял ужасный. Никто не знал, что делать, куда бежать. Все бегали в разные стороны. Но тут же, конечно, мне на ум пришел фильм «Титаник». Сейчас Альфия вспоминает катастрофу как страшный ночной кошмар. Однако в начале путешествия на роскошном лайнере никто и не предполагал, что вскоре он будет лежать на скалах Средиземного моря. Вы видите, как итальянские водолазы обследуют правый борт «Коста Конкордии». Эта половина корабля полностью погружена под воду, и спасатели проверяют, нет ли там заблокированных людей. Самые труднодоступные части корабля исследуются с помощью подводного робота. Это был запланированный посленовогодний тур такой. Впервые как бы мы попробовать решили. Ну, по приглашению наших друзей и родственников решили, значит, на такой круиз. Это Сергей Елфимов. В начале 2012 года он путешествовал на Коста Конкордии со своей женой Лилией и двумя детьми. Это было, наверное, самое лучшее, что могло быть. По комфорту, по уровню, ну, можно, наверное, сравнить с пятизвездочным отелем. В это сложно поверить, но поверженный гигант, который сейчас беспомощно лежит на правом боку, раньше был настоящим плавающим городом. 15 палуб, 14 лифтов, 4 бассейна, 5 ресторанов, двухэтажный фитнес-центр на 2000 квадратных метров, казино, симулятор гонок «Формула-1» и многое другое. Все номера были обставлены элитной итальянской мебелью. Стоимость этого богатства превысила 500 миллионов евро. А теперь все это ржавеет на рифах в Средиземном море. Как и Альфия, Сергей рассказывает, что в ночь крушения лайнера все, кто был на Коста Конкордии, чувствовали себя пассажирами «Титаника». Когда судно кренилось, то есть вот скрежет металла, звуки бьющегося стекла внутри, это все было как на «Титанике». Но как могла произойти такая катастрофа? Ведь корабль проходил этим маршрутом по 52 раза в год.
Сегодня нам говорят, что капитан лайнера занимался не его управлением, а развлекался еще старательнее, чем пассажиры. Играл в казино, пил виски и каждый вечер появлялся в обществе двух новых дам. В конце концов, он подвел корабль слишком близко к берегу, чтобы поприветствовать своего старого друга, что и привело к трагедии. Коста-Конкордия – это просто позор. Это надо быть действительно или наркоманом, или идиотом, чтобы такое допустить. Но эксперты-моряки уверены, действительная причина катастрофы гораздо сложнее. Бросается в глаза целый ряд дурных предзнаменований. При крещении судна летом 2006 года не удалось разбить бутылку шампанского. Корабль затонул 13 января. Это была пятница 13-е. Крушение произошло спустя ровно 100 лет после гибели «Титаника». Совпадения просто мистические. Я, как всякий моряк, я, конечно, суеверный. И если мне надо было выходить в море пятницу 13-го, я старался дотянуть до полуночи, если это, конечно, было возможно. Но в тот момент никто из пассажиров такого внимания этим деталям не уделял. Зачем? Ведь это огромный непотопляемый корабль, который идет возле самого берега. Что может случиться? Сидела, я ждала, когда принесут ужин, и почувствовала, как по стиральной доске мы проехали. Почувствовала сначала, что это какая-то опасность. Удар, произошедший в носовой части судна, может быть совсем незаметен пассажирам, находящимся в его центре или кормовой части. Так же, как и Альфия, многие пассажиры поначалу не осознали страшной опасности, которая над ними нависла, как и на «Титанике». «Титаник» тонул медленно. И поэтому люди первое время они не считали, что им угрожает какая-то реальная опасность. В течение первого часа после столкновения люди продолжали наслаждаться, но не находились в состоянии тревоги. Обшивка «Титаника» была разрезана на длину почти в 100 метров в передней части правого борта. Налетев на скалу, «Коста-Конкордия» получила пробоину примерно в том же районе длиной 70 метров. Капитан Франческо Скеттино заявил пассажирам, что у лайнера небольшие проблемы с генератором, в то время как на самом деле внутрь корабля каждую секунду поступали тысячи тонн морской воды. И потом сильный какой-то удар, стулья полетели, люди все в шоке. И как мне показалось, что сразу лайнер немножко дал как крен. Вы видите малую часть повреждений, полученных лайнером. Остальное сейчас скрыто водой. Но даже здесь заметно, что отмель без труда пропорола стальную обшивку «Конкордии». Вы видите, что часть скалы вошла глубоко в борт судна. Команду стюарды, вот эти все, они все, большей части, я их назвал, вот вычеркните папуасами сразу. Вот. Но они хорошие ребята, только совершенно ничего не умеют. Александр Хороших вспоминает, что ему, его жене и остальным пассажирам лайнера фактически пришлось искать спасение самостоятельно. Ведь весь экипаж во главе с капитаном бездействовал целый час. В этот момент работало еще внутреннее радио корабля. И на нескольких языках, включая русский, было сказано: никаких проблем. Не надо волноваться, вернитесь в свои каюты. Если бы этот преступный приказ капитана был выполнен, то число жертв среди пассажиров могло бы исчисляться сотнями или даже тысячами. Лишь после того, как скрывать произошедшее стало невозможно, была отдана команда расчехлить шлюпки и начать эвакуацию. На «Титанике» эта команда прозвучала спустя 25 минут после столкновения. Я попала на предпоследнюю шлюпку. И как раз вот я зашла, и уже за мной закрылся. Она даже дверь, шлюпку не принимали больше пассажиров. И те, кто там еще остались, они начали вот, толкаться, хотели тоже попасть на эту шлюпку. Поэтому на борту так и осталось много пассажиров. Альфия Петухова смогла спастись с лайнера на одной из последних шлюпок. Но Александру и Анжеле Хороших такая удача не улыбнулась. Они были вынуждены всеми силами цепляться за борт судна, когда оно уже почти полностью легло на правый борт. И я в это море улетел совсем, уже вдоль корабля и вниз. Она это все видела, я услышал, как она крикнула: «Саша!». Упав в воду с 30-метровой высоты, Александр получил серьезные травмы. Мог двигать лишь правой рукой, левая рука и ноги отнялись.
Ему должен был помочь остаться на плаву спасательный жилет, который он надел еще на корабле. Но его сорвало при ударе о воду, и казалось, что конец уже близок. Ладно, погребу еще, думаю, минуту-две, да больше уже у меня сил нет, надо кончать с этим делом. И в это время вот меня рыбак подобрал. Потом, уже через несколько месяцев мы встречались, он спас по их подсчетом около 200 человек. И они встречаются около, как раз около отеля. И мы стоим вот так кружочком, они плачут, мы кружочком все плачем. Вот эта вот картинка, как они встретились, это было такое счастье. Когда произошло крушение «Титаника», те, кому удалось его пережить, долгие годы не могли забыть страшное зрелище гибели сотен людей на их глазах. Некоторые сходили с ума, многие терзались чувством вины за то, что им досталось место в шлюпке, а кому-то нет. Сегодня выжившие в катастрофе Коста-Конкордии пытаются справиться с похожими чувствами. Просто нас чудо или бог, не знаю, поднес к этой скале. На самом деле «Титаник» бы показался мелкими брызгами, если бы вот этот ветер не поднес нас к этой скале. Смотрите в заключительной серии, что случится в 2016 году, когда на воду спустят «Титаник-2». Это решающее послание, оно должно помочь нам спасти себя. Сенсационные исследования подводников, обнаруживших под «Титаником» разумную жизнь. Люди не могут дышать и под водой. Скандальная гипотеза. На дне Атлантики лежит не корабль. Океан населен не нами. Правда о Великой Атлантиде. Подводная цивилизация Земли, уровень развития ее весьма высок. И чем закончится великая любовная авантюра Клайва Палмера? «Титаник» я тоже строю во имя любви. Смотрите в заключительной серии уникального проекта канала РЕН-ТВ «Титаник. Секрет вечной жизни». апреля 1962 года американский эсминец серии «Гиринг» патрулировал воды Северной Атлантики. Неожиданно гидроакустик корабля стал принимать неизвестные сигналы из глубины. Радист эсминца Райан Кишнер сквозь помехи различил призыв прийти на помощь к тонущему пассажирскому лайнеру. Он отчетливо слышал название корабля «Титаник». Иногда он с тобой разговаривает. Он разговаривает с подводной лодкой. Это место гибели «Титаника». Атлантический океан, 41 градус северной широты, 49 градусов западной долготы. Моряки знают, вот уже 50 лет здесь наблюдается аномалия. Все корабли и подводные лодки, проходящие мимо, принимают необъяснимые сигналы. Такая мистическая ситуация. Интересно, что «Титаник» уже давно можно поднять на поверхность, но никто почему-то этого не делает. Ученые предложили больше 10 разных проектов подъема «Титаника». Гигантские шары с воздухом, мощнейшие магниты, стальные тросы под корпус судна и его подъем по частям. В трюмах корабля лежит золото и драгоценности на полмиллиарда долларов, но они словно никого не интересуют. Хотя есть слухи, например, что он перевозил английский золотой запас. Не потому ли не поднимают «Титаник», что так проще скрывать правду о том, что произошло с судном 100 лет назад и что сейчас находится на месте его гибели? Ветеран войны, моряк-подводник Давид Дугман до сих пор опасается рассказывать о том, кого он обнаружил во время одного из глубоководных погружений. Я вижу подводный грот, черный, страшный, с белыми прожилками. И мы их обязательно должны взять. Смотрите в заключительной серии проекта «Титаник. Секрет вечной жизни». Сенсационное заявление подводников. Пассажиры затонувшего лайнера выжили и основали подводную колонию. Лодки стали возвращаться, оттуда покрытые каким-то белым налетом. Подводная цивилизация, которая находится на высочайшем уровне развития. Движутся они с ужасающей скоростью, очень разумно. Чтобы не погибнуть при крушении корабля. Ребята,
за борт и отплыть подальше, чтобы не затянуло в ворот. Эксклюзивное интервью австралийского миллиардера, строящего «Титаник-2». Я хочу объединить людей вокруг того, что важно для каждого из нас – любви и семьи. Like love and our family and mutual respect. Самый дерзкий проект тысячелетия в документальном сериале «Титаник. Секрет вечной жизни». «Титаник. Секрет вечной жизни. Позывные из бездны. Третья серия». Вы хотели бы, чтобы ваша страна в следующем десятилетии получила 935 миллиардов долларов дополнительного дохода? Хотели бы вы, чтобы ваша родина получила престиж сослужить великую службу человечеству? Все, что мы просим, это чтобы вы дали права на собственность на небольшой участок земли, около 4 квадратных километров, для строительства миролюбивого посольства. Именно такой запрос поступил в правительство нашей страны в сентябре 2011 года. Казалось бы, в бюджете России дополнительный триллион долларов будет не лишним. Проблема только в том, для каких целей строится это посольство. Письмо с просьбой выделить нам 4 квадратных километра под строительство этого посольства, в которое они прибудут для того, чтобы начать официальное контакт с представителями нашей планеты. Вы удивитесь, но глава российской секторы элитов Дмитрий Порублев на полном серьезе говорит о необходимости выделения территории для встречи с представителями внеземных цивилизаций. Люди, которые формально выступают за самые передовые научные разработки и достижения человеком бессмертия, считают, что нужно строить посольство для встречи с инопланетянами, которое планируется на 2016 год. Точно такие же письма ранее получили правительства еще 70 государств мира. И идея его в том, что Земля должна готовиться к пришествию инопланетян, которые полностью переменят всю жизнь на этой планете. Нет ни малейших сомнений, что сразу после получения в собственность участка Земли раэлиты сделают эту территорию закрытой. Последователи Клода Варийона требуют, чтобы их освободили от любого контроля со стороны федеральных властей. Фактически эта территория является их страной. То есть она не должна быть под надзором военных, ни полиции, там никого не должно быть, кроме тех, кого сами элохимы пригласят. Напомним, что словом «элохимы» раэлиты называют инопланетян. Так выглядит компьютерная проекция будущего посольства. Одноэтажное здание 132 метров в длину с двумя входами с северной и южной стороны. На крыше резиденции терраса, на которой может приземлиться летательный аппарат 12 метров в диаметре. На самом деле принимающая сторона получит большие привилегии. То есть это будет международным центром религиозности, туризма. Интересен тот факт, что 11 августа 1990 года близ местечка Чисфутхед на юге Англии были замечены круги на полях, в точности повторяющие форму предложенного посольства. Вскоре наблюдались несколько других кругов с похожими формами. Круги на полях появляются не только в Великобритании, и в России, и на Казахстане, в Киргизии и так дальше. И не только на полях, но и на снегу, на льду, на реках появляются эти круги. Там информация зашифрована весьма ценная. Ни наша страна, ни еще 70 государств, получивших подобные запросы, не согласились выделять земли под строительство подобного объекта. 31 января 2013 года российское правительство ответило на этот запрос официальным отказом. По странному стечению обстоятельств, через неделю после этого миллиардер Клайв Палмер заявил об ускорении темпов строительства «Титаника-2». На вопрос журналистов, чем это вызвано, он ответил, что было решено внести небольшие изменения в верхнюю палубу корабля. Это один из первых советских глубоководных аппаратов «Мир». Он предназначался для погружения в океан на глубину в несколько тысяч метров. Вот что с ним произошло в ходе испытаний, когда инженеры увеличили давление на корпус до 480 килограммов на 1 квадратный сантиметр. Прочную конструкцию аппарата просто разорвало на части.
Она так зацепилась, что она не разнимается. Но вот пошевелить ее можно. Она стоит как памятник. А это останки легендарного лайнера «Титаник». Сейчас он покоится на дне Атлантики на глубине 3800 метров. Вот уже 100 лет корпус корабля подвергается почти такому же давлению, которое в долю секунды разорвало советский глубоководный аппарат. Полтонны на один квадратный сантиметр. Владимир Костыков работает заместителем начальника отделения прочности в Крыловском государственном научном центре. Он рассказывает, как создаются уникальные аппараты, которые позволяют опускаться на дно океана. Сейчас мы находимся у камер, которые самые крупные в мире. В этих камерах создается давление, значительно превышающую глубину Марианской впадины. Именно здесь, в научном центре имени академика Крылова, были испытаны знаменитые глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Это их в 1997 году увидели зрители всего мира в киношедевре Джеймса Кэмерона «Титаник». 13 метров, вы должны его видеть. Но даже эта аппаратура не дает ответа на вопрос, которым сегодня все чаще задаются исследователи. Все интересуются тем, что находится на «Титанике». Но мало кто интересуется тем, что находится под ним. Известно ли вам, что существует твердая закономерность? Крупные кораблекрушения происходят ровно раз в 100 лет. 1512 год. Флагман португальской эскадры «Флёр де Ламар» под командованием адмирала Альфонсо Альбукерке отплыл из города Малакка, который сегодня является частью Индонезии. На его борту находились несметные сокровища султанов, а также богатства, награбленные Испанией в Индии и Сиаме. Практически сразу же после отплытия мощный корабль попал в сильнейший шторм. Если мы смотрим весь исторический процесс, то получается, что каждые 100 лет в начале века гибнет какой-то корабль. В 1612-м, после 3 дней безуспешной борьбы со штормом, погиб корабль «Си-Венче». Капитану удалось выбросить погибающее судно на берег, и все 150 человек, плывших на корабле, спаслись. Но острова, на которые их забросила судьба, оказались необитаемыми. Постепенно пассажиры и матросы стали загадочным образом исчезать. Небольшое судно, построенное поселенцами, также исчезло со всеми людьми. К моменту своего спасения, спустя год, только 30 человек оставались в живых. Эти острова сегодня называются Бермудскими. В 1712 году погибло судно «Зюйтадорп», в 1812-м «Дифенс», в 1912-м «Титаник». Во время каждого из крушений было много человеческих жертв. Все эти корабли перевозили значительное количество золота, серебра и других сокровищ, из которых была найдена лишь малая часть. Но какая сила утягивала их на морское дно каждые 100 лет, и куда бесследно исчезали богатства? Дело в том, что есть цикличность определенная, они будут продолжаться. Их никто не отменял. Эти циклы как бы тоже запрограммированы. В 2012 году этот печальный список пополнил лайнер «Коста Конкордия». Словались мы, прощались. Потому что вот было ощущение, что вот, ну вот, вот все. И наши дети, они не спрашивали, пока мы вот так вот спускались, они не спрашивали. Мы погибнем, мы умрем. Гибель фрегата «Си-Венче» в 1612 году начала отсчет необъяснимым исчезновением и катастрофам, произошедшим в Бермудском треугольнике. Только за последние 100 лет в этом районе Атлантического океана исчезло больше 200 кораблей и самолетов. Там погибло очень много кораблей. Американцы там потеряли несколько самолетов. Обнаруживали, например, судно. Пустой был корабль. То есть куда делись люди, не знают. Ну и таких случаев очень много. За долгие годы исследований треугольника было выдвинуто множество версий о причинах таинственных происшествий. Выбросы метана из морских глубин, гигантские волны-убийцы, перемещение кораблей во времени и пространстве и даже похищение инопланетянами. Ни одна из этих версий так и не получила своего подтверждения, но и не была опровергнута. Уже насчитали несколько бермудских треугольников в океане. Есть такие районы, где чаще всего пропадают корабли по самым разным причинам.
мы знаем только один Бермудский треугольник, потому что он на слуху, что называется. А профессиональные мореходы прекрасно знают, они, в какие районы лучше не заходить, какие течения избегать. Смотрите далее. Эксклюзивное интервью миллиардера, строящего «Титаник-2». Важно не то, как вы строите корабль. Важно то, ради чего вы это делаете. Кто подает позывные из бездны, поглотившей «Титаник»? Мы их не видим, только регистрируется звук. Существовала ли на самом деле легендарная Атлантида? Те, которые жили в Атлантиде, они были очень похожи на «Титана». Как спастись с тонущего корабля? Прежде чем пароход уйдет в воду, он всегда 3 раза вздохнет, как человек. И что нужно знать о море каждому, кто хочет остаться в живых? В уникальном проекте РЕН-ТВ «Титаник. Секрет вечной жизни». Мы собираемся построить его так, чтобы он действительно стал непотопляемым. Это будет современный корабль, на котором будет все, чтобы этого не произошло. Австралийский миллиардер Клайв Палмер, который прямо сейчас строит на китайских верфях точную копию «Титаника», как будто нарочно пренебрегает всеми морскими приметами. Называет корабль проклятым именем, уже не раз губившим суда, и словно бросает вызов морской стихии, заявляя, что этот корабль непотопляем. Я не очень понимаю, потому что судьбу 2 раза не испытывают. Вообще... моряки, они очень суеверны. Если случилось 1 раз, случится 2 раз. Однако даже на этом Палмер не заканчивает игры с судьбой. Судоходная компания, которая строила первый «Титаник», называлась White Star Line – «Белая звездная линия». Австралийский миллиардер для эксплуатации «Титаника-2» создал компанию Blue Star Line. Белый цвет означает добро, мир, счастье, а голубой цвет означает соединение с Творцом, олицетворяет небо. Во многих культурах голубой цвет является символом вечной жизни и бессмертия. Джон Пирпонт Морган, владелец компании White Star Line, должен был отправиться в плавание на «Титанике», который он сам же и построил, но в последний момент передумал. Этот невероятно богатый банкир и промышленник умер спустя ровно 350 дней после гибели лайнера. Известно, что он долго и тяжело болел, но ни за какие деньги не мог найти способ продлить свою жизнь. Мы закончим наше путешествие. Мы доплывем до Нью-Йорка на корабле, который я спроектировал, о котором я столько мечтал. «Титаник» отражает дух всего человечества, дух любви, надежду, что каждый человек обретет мир и покой уже в наши дни. Австралийский миллиардер Клайв Палмер очень закрытый человек. Общение с прессой он не любит, но вынужден иногда это делать ради бизнеса. Но эти редкие случаи всегда проходят в виде пресс-конференций, когда ситуацию полностью контролирует сам бизнесмен. Однако специально для проекта «Титаник. Секрет вечной жизни» миллиардер Клайв Палмер сделал исключение и согласился приоткрыть завесу тайны над тем, зачем он строит копию лайнера-неудачника. На «Титанике-2» не будет электронной почты, не будет Твиттера или Фейсбука. Все они будут забыты. Клайв Палмер, как никто другой, знает, насколько важно ценить жизнь и простые радости, из которых она состоит. Ведь пока он зарабатывал свои миллиарды, рядом с ним незаметно умирала его любимая жена, а он оказался не способен увидеть это. Я хочу объединить людей вокруг того, что важно для каждого из нас – любви и семьи. Это вещи, которыми мы пренебрегаем в быстро меняющемся мире. Шаг за шагом, день за днем на «Титанике-2» мы будем объединять людей вокруг этих ценностей. Эти, казалось бы, скучные слова приобретают совсем иное звучание из уст человека, так и не пережившего до конца горечь утраты. Важно не то, как вы строите корабль. Важно то, ради чего вы это делаете. Так ради чего же на самом деле миллиардер из Австралии строит «Титаник-2»? Только ли для того, чтобы указать нам на вечные ценности, или он все 7 лет неуклонно идет к своей личной цели, тайне, о которой не знает почти никто? В 2002 году было объявлено, что мы успешно смогли клонировать девочку Еву. Но, к сожалению, мы не смогли показать результаты, потому что общество было резко против.
Лидер религиозной секты раэлитов в России Дмитрий Порублев считает, что однажды мир обязательно осознает необходимость клонирования человека. Тогда-то и будет открыт секрет вечной жизни. Сейчас подобные работы запрещены во всех развитых странах мира, в том числе и в России. Однако национальные законы действуют только в пределах государственных границ. На международном уровне запрета на клонирование человека не существует. Это означает, что никто не мешает раэлитам или тем, кто их поддерживает, построить корабль-лабораторию, выйти в международные воды и там приступить к работам, которые везде считаются запрещенными. Журналист газеты «The Sun» Ричард Мехнер выяснил, что в 2008 году Клайв Палмер провел свою единственную встречу с основателем сектора элитов Клодом Варийоном, убежденным сторонником клонирования. А через несколько недель миллиардер объявил о планах строительства «Титаника-2». А помнишь нашу самую первую сделку с китайцами на 50 миллионов долларов? Еще бы. Середина 80-х, на кону все наши деньги, а в Китае начинаются студенческие волнения, тысячи убитых. Пекин на военном положении, международные санкции, и мы со своим контрактом. Все висело на волоске. Славные были времена, опасные, рискованные. Здравствуйте. Дорогая. Это Джефф Смит. Ты помнишь, мы с ним вместе начинали строить нашу угольную компанию? Ты не могла бы принести нам две чашки чая, Сью? Хорошо. Неужели она узнала тебя? Вы помните знаменитые кадры, когда помощник капитана после столкновения «Титаника» с айсбергом задраивает все водонепроницаемые переборки? С начала 20 века и по сегодняшний день эта система была и остается одним из основных средств спасения поврежденного корабля. Российский ледокол «Красин», как и «Титаник», был построен в Англии только чуть позже, в 1916 году. Он почти ровесник «Титаника», и при его строительстве инженеры использовали точно такую же систему сохранения плавучести корабля, как и на легендарном лайнере. Судно должно иметь водонепроницаемые переборки, отсеки, для того, чтобы сберечь его при повреждении корпуса. Когда корабль получает пробоину, весь его экипаж начинает борьбу за спасение судна. Иногда она длится несколько дней, прежде чем капитан отдает команду покинуть лайнер. Вы за жизнь парохода боретесь, потом чувствуете, что у вас уже, так сказать, критическая ситуация, вы оставляете аварийную партию, там себе там 5 человек плотик, остальных сажаете в шлюпки, они уходят от борта. И вы боретесь до конца. Капитан ледокола «Красин» рассказывает, что есть признаки, которые позволяют экипажу ясно понять, что корабль доживает свои последние минуты, а матросам пора спасать уже собственные жизни. Когда он начинает под вами дышать, потому что прежде чем пароход уйдет в воду, он всегда 3 раза вздохнет. Как человек. 1, 2. А потом длинный выдох такой из всех открытых отверстий выходит воздух. И вот тут вы должны себе сказать, что у вас ничего не получилось. И вам только остается отдать команду. Ребята, за борт! На подводных лодках борьба за жизнь идет гораздо труднее, чем на кораблях. Броситься в шлюпку или за борт экипаж не может. Капитан второго ранга Александр Покровский рассказывает, как борются за спасение команды подводных лодок. Если пожар, то обычно закрывается. Герметизируется отсек, а все, кто остались в отсеке, они борются сами. Все люди, заключенные в отсеке, они вот так как в отсеке остаются. Капитан дальнего плавания Борис Пресняков говорит, если вы потерпели кораблекрушение, какой бы ужасной ни казалась ситуация, главное не сдаваться до самого конца. Даже если вы остались в одиночку в открытом море среди мертвых тел и обломков судна. Поднимут всех на уши, все будут бегать и смотреть, значит, каждому определят свой сектор, и все будут наблюдать за поверхностью моря для того, чтобы тебя найти. Вот у кого надежда это не умирает, тот всегда, тех всегда спасают. Известно ли вам, что «Титаник» затонул именно в том месте, где, по мнению многих современных исследователей, существовала Атлантида?
мнению ученых, это был достаточно крупный континент, вытянутый с севера на юг. Своим размером он примерно в 3 раза больше всей Европы и расположен между Северной Америкой и Евразией. Это была цивилизация. По нашим расчетам, численность населения была порядка от 6 до 8 миллионов. А метрополия – это был огромный остров в середине Атлантического океана. Про мистический остров государства Атлантиду слышал каждый из нас. Но мало кто знает, что на самом деле представляла собой легендарная страна. Первые свидетельства о ее существовании дошли до нас благодаря описаниям древнегреческого философа Платона. Большинство ученых сейчас считают, что Атлантида – это огромный остров в центре Атлантики. Отсюда и название океана. Средний рост ее жителей достигал 3 метров, а между пальцами ног были перепонки, позволяющие им быстро плавать. Эта цивилизация на многие сотни и даже тысячи лет опережала другие. Ей был известен секрет мгновенного перемещения в пространстве на 1000 километров. Они могли жить под водой и лечить такие болезни, которые даже сегодня считаются неизлечимыми. Писатель Владимир Шемшук утверждает: на дне океана находят немало уникальных свидетельств об Атлантиде, но у океанологов их изымают спецслужбы. Погибшая цивилизация оставила очень много нам технологий, которые тоже сегодня все изъяты. Производства были тоже ведь не на станках, а голосом. Это всего лишь версия, но многие факты указывают на то, что она верна. Атланты действительно существовали. В те времена, когда наши предки еще воевали друг с другом при помощи топоров и луков, атланты уже добились такого уровня технологий, на который мы выходим только сегодня. Могущественные существа, которых древние греки в своих легендах называют титанами, вполне возможно и были жителями Атлантиды. Атлант, Прометей, тройные братья. Те, которые жили в Атлантиде, они были очень похожи на титанов, но были очень добрые. Некоторые исследователи убеждены, именно атланты дали людям первые знания о земледелии, обработке железа, представление о законе и простейшие технологии, которые должны были служить на пользу людям. Позже эта передача знаний превратилась в знаменитую легенду о Прометее, который украл с Олимпа огонь, чтобы поделиться им с людьми. Эта концепция Атлантиды, она была, как бы, если бы даже ее не было, пришлось бы выдумать, чтобы хоть как-то объяснить переход людей от первобытного общинного строя, там, по старой формулировки, к более-менее такому цивилизованному урбанистическому, что ли, то есть строительству городов. Но если атланты находились на таком высоком уровне цивилизации, то почему они погибли 9 тысяч лет назад? 14. Вы видите, как в Государственном научном центре имени академика Крылова в Санкт-Петербурге идет изготовление модели корпуса будущего корабля. Это неотъемлемый этап строительства судна, если заказчик хочет, чтобы оно служило долго и без нареканий. Сначала он определяет его желаемые технические качества. Затем проектировщик готовит чертеж, изготавливается точный макет корабля, который отправляется на испытание. По некоторым данным, «Титаник-2» эти испытания не проходил. Изготавливается деревянный каркас, обклеивается пенопластом, и с помощью вот этой 5-координатного фрезерного станка модель фрезеруется, значит, для заданной формы. Австралийский миллиардер Клайв Палмер заявил, что «Титаник-2» отправится в плавание ровно тем же самым маршрутом, которым шел его предшественник. Это значит, что ему, как и первому «Титанику», придется столкнуться на своем пути с дрейфующими льдами и, возможно, даже айсбергами. Сегодня все корабли, которым предстоит ходить в ледовитых морях, в обязательном порядке имеют усиление корпуса. Вы видите, как специалисты НИИ имени Крылова рассматривают разные варианты изготовления носовой части судна, которые будут эксплуатировать в Северной Атлантике. Такая тщательная работа проводится для того, чтобы столкновение со льдами или даже айсбергом не имело губительных для корабля последствий. Но для «Титаника-2» они также не проводились.
После того, как модель корабля изготовлена, она проходит испытания в уникальном бассейне Крыловского научного института. Самый длинный бассейн в мире. Его длина 1324 метра. Каждый день на скорости до 70 км в час здесь проносятся модели судов самого разного назначения. Технологии строительства современных кораблей оттачивались на протяжении всего 20 века. Компьютерное моделирование и уникальные технологии позволяют создавать максимально безопасные суда. Но при строительстве «Титаника-2» ими словно намеренно пренебрегают, делая конструкцию лайнера заведомо уязвимой для океана. Зачем это нужно Клайву Палмеру? Смотрите далее. Сенсационные интервью подводников об океанских глубинных аномалиях, которые они видели своими глазами. То есть это было совершенно вот такой какой-то НЛО. Необъяснимые явления, которые несут гибель подводным лодкам. Он может появиться в одно мгновение справа, потом слева, потом сверху. Сразу после рекламы на телеканале РЕН-ТВ. Вы знаете, откуда пошла традиция называть яхту женским именем? С древних времен при спуске корабля на воду владельцы судна приносили в жертву богам самую молодую и прекрасную рабыню. Ее подкладывали под киль судна. Кровь рабыни обогряла корму, и считалось, что в этот момент ее душа переходит к кораблю. А тело служит жертвой богу морей и океанов Нептуну. Не случайно древние греки изображали его в виде гневливого бога Нептуна, которого надо задабривать, надо служить ему. Сегодня никто даже не знает, что многочисленные Марии, Изабеллы, Натальи, Магдалины и Софии – это имена принесенных в жертву юных дев. Мир моряков прошлого был предельно жесток, а каждое плавание грозило матросам смертельной опасностью. Отсюда пошло множество суеверий, дошедших и до наших дней. Ну, женщины не любят на корабле, потому что корабль, он вообще-то дама, по английской квалификации, а может приревновать. Для женщин и свиней доступ на корабли Его Величества запрещен. Если же они будут обнаружены на корабле, следует незамедлительно выбросить он их за борт, гласил закон, принятый в Дании в 1562 году. Дев на борт не бери. Мы, моряки, говорили это еще даже в 17 веке. И в 18-м в русском флоте старались женщин ни под каким видом на корабль не брать. Суеверия и предрассудки удивительно живучи. Даже в век технического прогресса и индустриальной революции они владели умами многих людей. Из дневника корабельного грузчика лайнера «Титаник» Томаса Дилана. Среди экипажа корабля ходят слухи, что на борту находится рыжая дева. Каждый моряк знает, что у рыжих женщин дурной глаз. О чем только думают эти богачи. Она точно накличет на нас беду. 12 апреля 1912 года. В старину женщины и сами не горели желанием ступать на палубу корабля. Ведь если их все же брали на борт, то им грозила наибольшая опасность. Если начинался шторм, моряки считали, единственный способ предотвратить крушение – подарить волнам красивую пассажирку, и тогда бог морей Нептун может и смилуется. Фредерик Флит, стоять! Да, лейтенант Питман. Почему ты так поздно увидел айсберг? Но мне кажется, это был не айсберг, сэр. А что еще, по-твоему, это могло быть? Что-то с неба провело лучом по правому борту «Титаника». Хватит нести чушь. Из-за тебя теперь корабль пойдет ко дну. Но, может быть, что-то еще можно сделать? Можно. Вот ключи. Возьми своего напарника, спустись в третий класс и заприте все двери и решетки наверх. Но там же сотни людей. Молчать, матрос! Ты уже обрек всех нас на верную гибель, когда не справился со своей работой. Но этим людям тоже нужно дать возможность спастись. Шлюпок на корабле хватит только для половины людей на борту. Мы будем сажать пассажиров первого и второго класса. А как же третий? В третьем едут такие же бездельники, как и ты. Кто-то все равно погибнет. И пусть лучше это будут они, чем достойные люди из общества. Бегом, выполняй приказ, матрос. Есть!
Известно ли вам, как были обнаружены останки «Титаника»? Это была одна из самых секретных операций за всю историю военно-морских сил США. Обломки лайнера удалось найти только спустя 73 года после его крушения. А сенсационные находки 1 сентября 1985 года объявил командир подразделения ВМС США Роберт Беллард. В начале 80-х Беллард был известен как опытный океанолог. Он многие годы погружался на дно морей и океанов в научных целях, как вдруг неожиданно был призван в военно-морской флот США для поиска останков лайнера «Титаник». Мало кто знает, но это была совершенно секретная миссия, и поиски «Титаника» были для нее всего лишь прикрытием. В 60-е годы прошлого века в том же районе, где погиб лайнер, затонули две новейшие американские атомные подводные лодки с ядерным вооружением на борту. Мы вот от наших уже американских коллег получили эти фотографии, лодки, лежащие на дне. Она, когда упала на дно, она тогда раскололась на две части. По морским законам любое погибшее судно, корабль считается братским захоронением и запрещается, так сказать, нарушать его покой. Но выяснение причин таинственной гибели двух мощнейших подлодок было для командования ВМС США важнее покоя погибших моряков. Для этого Беллард и был призван во флот. Для отвода глаз журналистам заявили, что он отправляется искать обломки «Титаника», заведомо зная, что он их не найдет. Еще ни один человек до Белларда не опускался на глубину 4000 метров под водой. Глубокой ночью 1 сентября 1985 года команда экспедиции заметила на экране эхолокатора неровности на гладком океанском дне. Его словно подвергли ковровой бомбардировке. Когда Беллард лично опустился в батискафе на дно, ему предстала невероятная картина. Оно было усеяно тысячами обломков легендарного лайнера. Словно зловещая гора, над ними возвышалась черная паровая труба корабля. «Титаник» был найден. Когда вот все это видишь, а потом уже погружаешься на глубину 3800 метров и выходишь к «Титанику» и видишь это огромное ржавое тело, ну, в общем, это впечатляет. Беллард сразу заявил, что начинает работы по подъему корабля на поверхность. Журналисты всего мира несколько дней говорили лишь об этой сенсационной новости. Но неожиданно, уже после третьего погружения, было объявлено, что никакого подъема не будет, а место гибели лайнера следует объявить закрытым для любых посещений и исследований. Вскоре появилась информация, что возле останков корабля было зафиксировано появление объекта неизвестного происхождения. Считается, что это кроме нас на планете еще кто-то есть. Мы их не видим, мы их только регистрируем. Только регистрируется звук. Капитан второго ранга Александр Покровский говорит, что знает, почему место обнаружения «Титаника» решили закрыть от посторонних. Он прослужил во флоте больше 30 лет. Во время дальних походов на атомных подводных лодках он лично был свидетелем появления неизвестных объектов на больших глубинах. Нередко они при этом издавали загадочные сигналы. Порой их частота и характер менялись так, словно они общались друг с другом. Сначала думали, что это американцы нас отслеживают. Американцы думали, что это мы их отслеживаем. Потом все поняли, что это невозможно сделать, потому что на глубине 100 метров, там 200 метров, вдруг мимо тебя проносится что-то с невероятной скоростью. Он может появиться в одно мгновение справа, потом слева, потом сверху, потом сбоку. Он вокруг тебя вот так вот ходит. Сначала пугались, потом перестали пугаться. Это прославленный ветеран Великой Отечественной войны, контр-адмирал в отставке Юрий Бекетов. В советские годы он командовал ракетным крейсером стратегического назначения К-19. Именно его сыграл Харрисон Форд в знаменитом американском фильме «К-19». Юрий Флавианович рассказывает, за годы своей боевой службы в Тихом и Атлантическом океанах он тоже неоднократно видел неизвестные подводные объекты, движущиеся с невероятной скоростью. Гидроакустики фиксировали их практически в каждом рейсе. То есть это был совершенно вот такой какой-то НЛО, так называемый, неопознанный объект. Мы зафиксировали все это, он нас обошел два раза и ушел.
Уфологи любят спорить с учеными о том, существуют ли неопознанные летающие объекты, можно ли дать объяснение тем или иным явлениям в небе и их следам на Земле. Но объяснить сигналы, которые моряки-подводники фиксируют в Тихом и Атлантическом океанах, уже больше полувека не может никто. Увидеть их источник на глубине невозможно. Взять образцы для анализа тоже. Человеку остается лишь слушать эти сигналы и пытаться их расшифровать. Но даже если это и удалось, информация об этом совершенно секретна. У нас есть неопознанный летающий объект, то, что называется. То есть мы их называем квакерами. Двигаются они очень быстро. Иногда он с тобой разговаривает. Он разговаривает с подводной лодки, он начинает квакать. То есть он издает такой квакающий звук. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Это знаменитый фильм Джеймса Кэмерона «Бездна». Он был снят в 1989 году именно там, где затонул «Титаник». Удивительно. Но в этом фильме Кэмерон рассказывает о подводной цивилизации инопланетных существ, которые скрываются от людей на дне океана. Самый известный режиссер мира погружался к «Титанику», опускался на дно Марианской впадины и все свободное от кино время изучал подводный мир. Не потому ли, что он лично видел подводную колонию во время одного из погружений? Нам не выбраться. 490, сэр. Выбросите буй. 21 мая 1968 года американская подводная лодка «Скорпион» по неизвестной причине стала бесконтрольно погружаться в океан. Ее останки будут обнаружены на глубине 3000 метров лишь полгода спустя. Расследование покажет, что, вероятно, лодка была уничтожена неопознанным подводным объектом, который она перед этим пыталась атаковать. Подводные лодки, подводные цивилизации Земли носятся весьма великолепно в наших водах. На нее подводная лодка подводной цивилизации Земли не воздействовала. Здесь что-то произошло на самой американской подводной лодке. Земные пространства кажутся человеку огромными, но это лишь 29% от всей площади нашей планеты. Все остальное покрыто просторами морей и океанов, глубина которых доходит до 13 тысяч метров. Что происходит на таких огромных площадях, лишенных света и тепла, человеку неизвестно. Одно время лодки стали возвращаться, покрытые каким-то белым налетом. Никто не мог понять причины этого налета. Выдвигались самые смелые, самые дерзкие гипотезы. Тем более это все было так вот тревожно и непонятно, потому что именно в этом районе отмечались пропажи и кораблей, и самолетов. Но не все контакты с неизвестными подводными объектами заканчивались простым наблюдением друг друга. Исследователи морских катастроф полагают, что с 60-х годов прошлого века не менее 12 подлодок США и СССР стали жертвами подводного НЛО. И риск разделить эту печальную участь тоже является частью профессии подводника. Словно стали часы. Ночь похожа на день. На постах боевых истопталось железо. Здесь солнце не светит, здесь вечная тень. И поход не на дни, а на вахты разрезан. Итак, матрос Фредерик Флинт. Родился 15 октября 1887 года. Воспитывался у приемных родителей. Отец неизвестен. Мамаша сбежала с дружком в Спрингфилд, бросив своего сына. В 12 лет впервые вышел в море. В 1908 году начал работать на компанию White Star Line. А в 1912 обрек на гибель гигантский лайнер «Титаник». И 1514 человек на его борту. Неплохой послужной список, не так ли, Флинт? Что-то ударило в «Титаник», как будто с летающего корабля, лучом зеленого света справа по борту. Мы слышали этот бред уже 100 раз. Слушай внимательно, сынок. Через 3 часа тебя начнут допрашивать британские исследователи. Ты не должен упоминать ни о каких самолетах или лучах света, которые утопили лайнер. Все считают, что «Титаник» утопил айсберг. И ты должен говорить то же самое. Говори всякую чушь, что было темно, что не было биноклей и так далее. Если откажешься, вся вина за катастрофу будет возложена на тебя, парень. Тебя будет проклинать каждый человек от Англии до Америки. Ты хочешь этого? Нет, сэр. Почему утонул «Титаник»? Столкнулся с айсбергом, сэр. Верно, парень.
Из личного дневника матроса Фредерика Флита. День за днем я вспоминаю ту трагическую ночь, когда погиб «Титаник». Я пытаюсь понять, что же все-таки мы видели с Реджем, сидя в вороньем гнезде. Он, как и я, уверен, что лайнер пропорола что-то, что поднялось в воздух из воды. Но что это могло быть? 12 ноября 1915 года. Матрос Фредерик Флит, который, согласно официальной версии, первым увидел айсберг, всю жизнь говорил близким, что не знает, что на самом деле погубило корабль. Из-за навязчивых идей он несколько раз лежал в психиатрической клинике. Соседи Флита рассказывали, что он всю жизнь мучился виной за гибель 1500 человек и говорил о зеленом луче света, который погубил корабль. Гибель «Титаника», она до сих пор остается загадкой. То есть какой-то там айсберг, который не заметили, но это все смешно. Глава российской секты раэлитов Дмитрий Порублев убежден, что в ближайшем будущем на Землю должны вернуться пришельцы, которые якобы создали все живое на нашей планете. По его мнению, они окажутся на Земле, чтобы проверить, чего смогло добиться человечество за 10 тысяч лет самостоятельного развития. Они ее покинули, тем самым дав людям возможность самостоятельно развиваться и доказать, что они достойны их знания. И сейчас переломный момент истории, когда мы открыли энергоатомы, и наша наука движется огромными темпами. Исследователь древних цивилизаций Владимир Шемшук убежден, что легендарная Атлантида вполне могла быть огромным космическим кораблем, который однажды опустился на дно Атлантического океана, чтобы оттуда наблюдать за развитием человечества. Океан населен не нами. Мы там гости. Они нас отслеживают. Кто это такие, непонятно. Там присутствие ощущается, что кто-то есть. Следят. Раэлиты верят, что встреча с представителями Атлантиды должна состояться именно в 2016 году. Гигантский космический корабль, лежащий на дне океана, поднимется на поверхность, чтобы вступить в контакт с людьми и решить, какой участи они достойны. «Титаник-2» направится к точному месту, где, по мнению раэлитов, должна состояться эпохальная встреча. Это и есть тот единственный рейс, ради которого строится точная копия старого лайнера. Но почему создатели судна настаивают на исторической реконструкции? Первое условие – экстерриториальный статус посольства. Ведь мы являемся угрозой для них. Конструкции «Титаника-2» специально предусмотрено всего одно изменение. Небольшая плоская башенка, которой не было в первом «Титанике». Эту сенсационную информацию обнаружил все тот же журналист газеты «The Sun» Ричард Мехнер. Неужели эта точка предназначена для приземления инопланетян? Существует невероятная версия, что часть пассажиров «Титаника», те, кого заперли в третьем классе, была спасена атлантами и перенесена в их подводную колонию. Там они смогли продолжить свою жизнь благодаря генератору кислорода Николы Теслы, осциллятору. Кто начал дышать под водой, да, то есть дыхать, выдыхать, он начинает жить там. Если он испугается, конечно, у него спазм будет, он погибнет. А кто не испугается, будет дышать. По слухам, на «Титанике-2» первым классом отправятся некоторые члены Мадридского клуба. Клуба бывших президентов стран всего мира. Раэляне, которые признали Элохимов своими создателями, они будут клонированы после смерти на планете бессмертных. Но, конечно, это будут достойны только те, которые прожили земную жизнь попусту. В своей книге «Гениократия» Клод Варийон пишет о необходимости создания надмирового правительства, которое будет опираться на планетарную армию хранителей мира. Возможно, именно этой идеологией ему удалось заразить Клайва Палмера, а через него и весь мадридский клуб. Он может устроить массовое самоубийство. Есть некоторые признаки того, что такой вариант также посещал его разум. Это канадский социолог и сектовец Сьюзен Палмер. За последние несколько лет она выпустила 3 книги и более десятка статей о раэлитах, что принесло ей широкую известность в религиозных кругах, хотя до этого она была почти никому неизвестна. Интересно, что обо всех сектах и даже религиях мира Сьюзен пишет крайне скептически, но о раэлитах она высказывается более чем уважительно. Двойник
его жены, уже, по всей вероятности, в зависимости от продолжительности, сколько она прожила, уже помещен чье-то биологическое тело. Откуда вдруг появилась никому раньше неизвестная профессор-исследователь секты религий? Писатель Франк О'Коннелли выдвигает сенсационную версию, что Сьюзен Палмер – это не просто круглая тезка. Это и есть умершая в 2006 году жена австралийского миллиардера. Это прозвучит невероятно, но по одной из версий Палмеру действительно удался эксперимент по клонированию тела своей покойной супруги. Но счастлив ли он? Есть вероятность, что Рейлитам удалось восстановить лишь тело Сьюзен, но она навсегда потеряла способность узнавать окружающих, своих детей и мужа, с которым прожила 22 года. Возможно, один из самых богатых людей мира, австралийский миллиардер Клайв Палмер, надеется, что на Титане 2 ему удастся вернуть разум своей жене и ее любовь. Дух жизни, дух любви, мечтать об абсолютно невозможном. Он живет внутри каждого. И теперь настал наш черед взойти на борт «Титаника-2».